Алло, 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 алло. Алло, 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 шо, 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 шо. Алло. Здорово, здорово, здорово. Ой. Ну что, заждались? Ну мы почти даже не опоздали. Ну да, я не опоздал, кстати, все нормально. Я вовремя приехал, хотя бы на чужие стримы я прихожу вовремя. Малай, рулу. А Боба 100 рублей, нормально тебе уже донатит. Спасибо большое за 100 рублей, я Боба. Что такое а Боба? Это мем какой-то. А от Валакса вроде. А-а-а. А что такое Абоба, ребят? Сейчас я вот так сделаю. Ничего, не просто Абоба пишет. Понятно, это они. Абоба это... Короче, мы сегодня будем проходить Детройт. Да, они как будто не знают. У меня же на названии не написано, что мы делать будем. Ну, вдруг кто-то не знает. Игра, которую я проходил 4 раза, так что я как... А ты ее на стриме 4 раза проходил? Да. Это там, где ты еще плакал? Ну, чуть-чуть. Там в конце все умрут? Слушай, это зависит от тебя. Могут и все умереть, если будешь плохо играть. Да. А могут и все живы остаться, наверное. Все, нужно включить вебку. Чё, переживаешь? Да она переживает вообще, пипец. Как будто первый раз стрим запустила. Ну, мне неловко, потому что... Чё? Ничего, ничего, привыкнешь. Да я уже 1.5 года стримлю, и мне все равно почему-то неловко. Ага, ага. С Максом мне было не так неловко. Потому что вы с ним чуть ли не каждый день тут сидите. Да ладно, мы только по субботам. Все, давай, давай, давай. Сейчас. Пипец, ее аж трясет. Ладно. О, ну, какая-то... Здорово. Надо опустить себя. Да, всем привет. О, я за чатом спрячусь. Замечательно. Прикольно. О, ты лягушку взял, я даже не заметила. Я взял себя. Это я. И ты на него садилась, как тебе вообще не стыдно? Я его и раздевала, и что я с ним так не делала. Ладно, всем привет. Здорово, ребят. Я тут не знаю, в какую сторону смотреть. Мы сразу будем переходить? Я думаю, да. Ну, мы можем еще 5 минут просто с ними поговорить, и потом пойти играть, чтобы они все пришли. Чего не в школе, алло? Сегодня какой день недели? Вторник. Ой. Сегодня вторник, а вы не в школе? Вы что, оборзели, что ли? А когда там, кстати, каникулы начинаются у школьников? У меня тут инфа дошла, что у вас каникулы каждый день. Я вообще в шоке. Ну, не у всех. У меня рулетка. Да я вижу, спасибо большое за Боба. Один сад. Я еще, по-моему, за вчерашний не подарила. Один. Получается 2. А тут желательно взять, что ты. Там плохо видно, там 800 рублей. Мало. Спасибо за донат. Спасибо большое, да. Через 2 недели. Короче, каждый месяц каникулы. Что за фигня? Когда я в школе учился, у меня каникулы были каждые 3 месяца. И то так, знаете, по чуть-чуть. Да у некоторых лагает. И сейчас так. Лагает вебка. Да ничего не лагает. В смысле, вы что, гоните, что ли? И пропусков нету. У тебя интернет лагает. Почини. Мы уже пришли лагает, из школы. Нормально. У нас и с интернетом все нормально. Так что не надо брать. В марте будут. А, да? Фокус. Так, ты, а она тут главная, на ней фокус. Ну, они на тебя пришли посмотреть. Так что я мне и так пойдет. Ты еще вообще за чатом. Мне кажется, если мы сейчас... А? А, кстати... Чё? О, господи, я чуть не умер. У тебя ТикТок новый вышел, расскажи людям. А, да, мне... Короче, да, у меня там вышел ТикТок, там так мало просмотров, я думала, там будет больше. Уже 1.5 часа прошло, и там 1000 просмотров. Да, 30 минут, а там еще 1 000 000 просмотров нет, почему? Алло. Ну, посмотрите, посмотрите и скажите, как вам. Или кто да, посмотрел, напишите, зайдите. Как вам. А у тебя есть модераторы в чате? Конечно, есть, вон. Модераторы, скиньте ссылку на целый ТикТок. Один, целых 2. О, во, подожди, это они, во. Да, во, все правильно они делают. Мне еще випы могут скидывать. Еще у меня есть бот, который... Чё ты там споймала? Ничего, показалось. Мне написали удалить его и не позориться. Но это человек написал... Они завидуют просто. Человеку, который... У которого тоже личной жизни нет. Он сидит, у него здесь мониторов, он по стримам ходит и все стримы смотрит и клипы делает. Слушай, я сомневаюсь, что у него хватило денег на 10 мониторов. Фига себе, я там сообщение вылезла. Красава, охуенный ТикТок, я думал, что... Кринжунь.
невосприимчив, но твой ТикТок помог... Может, тебе перематч дать? Кто ты там вообще? Найтхантер, ты кто? Почему у него випка? Я тоже не знаю вообще. Как ты ему випку дала? То есть он такие вещи пишет, а ты ему випку дала. А у меня випки можно было купить. А, за сколько? За 70 тысяч баллов. Я думал, за 70 тысяч рублей, а тут за баллы. Нет, это не продается. Ты до сих пор их продаешь? Нет, их очень много стало. Тут у меня у некоторых кентов по... А, вон, Александр, ты даже Саньку какому-то выдала випку. Александр 27, знаешь, что такое 27? Привет, возраст красавица. Его? Не знаю. Ну, надеюсь, что возраст. Можно разбан в чате. Интересно, что ты написал, что забанили. Кто там, кто? Камушек. Привет, красавица, можно разбан в чате? Это, по-моему, он мне донатил, кстати. Да, сейчас мы посмотрим, что он писал. А тут можно так посмотреть? Да. О, реально забанил. Ой, ну он банворды писал. Осуждаю. И призывал, напишите банворды ПЖ, а то я не читал правила Твича ПЖ. Бля, дурачок, бля. Не буду я у тебя разбанивать. Новый аккаунт создавай. Тело, ему такое тоже делать нельзя. Так, если что, вы у меня еще на телефоне. Так что я за вами слежу. Звук, на самом деле он просто хочет в телефоне позалипать, и это такая отмазка. Ему, когда ему станет скучно и интересно, он будет сидеть в телефоне и говорить, что он читает чат. Буду этот ТикТок смотреть. Да. Пересматривать, накручивать просмотры. А так можно? Мне кажется, там от одного человека один просмотр. Не. Ну я свой ТикТок Ростов посмотрела. Ну такой классный, можете тоже посмотреть. Я пока только два раза посмотрел. Хесус лох. А, да? Блять, они сюда пришли, сука. Оскорблять меня. Я сегодня не стримлю, если что. Конечно. У меня тильт. Почему? Потому что они меня лохом называют. Да, я оскорбился, и теперь я все, короче, я все. Еще и завтра не подрублю. Не, он Санек пишет, ку старый. Короче, если вы меня сейчас будете дальше продолжать обзывать, я ему руку оторву. Ой, привет, Ваня. Привет. Кто? Там Диппинс поздоровался с нами. Здорово. Че, все? Все. Ну тебя обзывают старостью. Понятно. Ну это ты уже. Че ты хотела сказать? Ничего, просто. Да, что? Че не хотела сказать? Я просто П сказала случайно. Ну бывает, да. Ну, да. Я тоже как-то случайно сказал, потом месяц отдыхал. Прикольно. Я видел на ютубе видео, где ты там на фоне самолета что-то говоришь. Слушай, не напоминай. Это было реально случайно. Я это быстро осознал и через несколько секунд стрим уже отключился. Чего там человек написал? И вообще этого не было. Тест на совместимость был уже? Не было. Мы не будем проходить тест на совместимость. Зачем? А чего, а вдруг? А почему бы и нет? Зачем? Но сначала мы будем играть в Детройт. Да. А там... Че? Я не знаю, там у тебя вот здесь написано, выполнено 72%. Что? Ну видишь, тут написано, выполнено 72%. Да. Это что значит? Я не знаю. Ну ты ладно. Игру прошла почти, получается. Ладно. Спасибо большое за второй месяц переподписки Лох. Ты слышишь донаты? Да. Просто я еще ничего не слышу. Мне похуй, меня из универа выпизнули. Я теперь стримы смотрю от начала до конца. А ты пенсии, меня с Дарой не поздравил вчера. Дашуля, тюкни его за меня, пожалуйста. Я не хочу его убить. Не понял. Я против насилия. В смысле, ну с Дарой, блин. А как я должен был поздравить-то, если не просили даже поздравить с днем рождения? Алло. Ну ты должен стрим подрубать и говорить. Всех, у кого сегодня день рождения, с днем рождения. Я так и делаю. Только они хотят персонального какого-то обращения. Машина пиздец большая стала. Да, надо к парикмахеру идти. Мне уже неудобно ее укладывать, я уже не знаю, куда ее деть. Да и нормальная башня. Скоро потолок пробью. Буду люстру сбивать башкой своей. Я, кстати, меня там видишь, вот эти штучки висят? Ну, тут не видно, но я пару раз их сбила на люстре. Чем ты занималась? Ну, видишь... Там у меня кровать, и над кроватью это люстра. Я кровать... Красивая парочка. Нет, я кровать, в смысле? Я кровать заправляла, и ну вот так вот сделала резко. И оно зацепилось, и у меня шарик... Если ты машешь. Отпал. Да-да, ну реально, я просто еще на кровать стою, чтобы ее удобнее было заправить. На кровать встаешь? Да. Так, быстрей.
Сломай башню! Не, не хочу. Потом. У нее смелости не хватит. Она вам не та это. Как она? Белар, блин. Не та это. Капец. А, это, ёпта. Даша, ты красивая, Тик, так милый. Спасибо большое за 100 рублей. Меньше, чем я, Слава. Я, Слава, спасибо. А хоть не Сань уже хорошо. Она вам не Делара. Я запишу разоблачение, блин. Что это вообще такое? Нос ломает, башню ломает. Вообще, я в шоке. Я, кстати, всю ночь не спал. Ой, осуждаю. А что ты делал всю ночь? Я не скажу. То есть я с того раза, как я стрим закончил, я все еще не спал. Ну, в натуре лах какой. Совсем дурак. Мог бы и дома остаться, я бы одна поиграла. Не, я, мне нормально, я как бы... Я не хочу спать, в этом и проблема. Я пытался уснуть, так и не смог. Ну почему? Не знаю. Может быть, я сильно переживал перед стримом. Мне, чтобы вы понимали, мне два раза приснилось, как мы играем в Детройт, и не можем нормально поиграть. Нам все время что-то мешает. Вчера мне приснилось и сегодня. Сижу, не знаю. Пока вроде никто не мешает. Что такое ЭВМ? Не знаю, там написали. Сижу на ЭВМ. Говорите потише. Хесуса на задний фон приклеили чешу. Вычислительная машина. Сейчас я сегодня рулеток. Малайер. Один ставка. Бля, почему у меня так не выпадает по одной ставке? Вот это я понимаю. У меня до этого по 8, по 10 сабов выпадало. У меня до 2. Плюс 2. Малайер ло. Спасибо еще за 600 рублей на Боба. Спасибо, ЧСВ, мы прошлый донат не прочитали. Мой прошлый донат не прочитали. Где? А, реально. Кстати, что будете делать на стриме? Мы будем играть в Детройт. У меня же не написано. На стриме, мне же не написано нигде, что мы будем делать. Ну и в начале стрима я тоже ничего не говорил. Ну там в начале стрима некоторые могли опоздать. Ну что, давай. Давай. Я смотрю, тебе нравится просто сидеть, болтать. У меня это каждый стрим проходит. Но у нас сегодня много времени. Мы сегодня будем... Да, кстати, мы же сегодня стримим до 5. Да? Ты выдержишь до 5. Я просила, ладно. ВС равно спасибо. Ну ты же не спал. Оба очень классные. Не, я нормально. Вы смешные. Мои любимые стримеры. Спасибо большое, ебалда, еще за 100 рублей. Я просила вообще. Ладно, все равно спасибо. Вы, кстати, оба очень классные, крутые, смешные, любимые стримеры. Это мы, да, согласны. Классные, смешные, крутые. Я. Давай, захват окна вон внизу. Вот это? Ага. Вот да? Это. Потом, дай сюда, подожди. Ну подожди, сейчас надо еще вот так сделать. Кстати, на PlayStation 5 играем, если что, даже не на ПК. Да. Сейчас только тут звук. Так, теперь тебе надо вот тут отрегулировать, чтобы ты слушала. А, надо музыку вообще выключить. И понимала, когда нормально будет. Подождите, секундочку. Хесуса не видно, блядь. Ну сядь поближе. В смысле не видно? Мы что, слепые, что ли? PlayStation 4 написано? Так нет, ну... Детройт с PlayStation 4, понятное дело. Но у нас PlayStation 5. Вот она под столиком стоит. Конечно. Просто пока на PlayStation 5... Чё, конечно? Пока ну, конечно, просто. На PlayStation 5 отдельно Детройт же не сделали. Так что, чё? Почему они не сделали? Потому что она только вышла. Офигели. Так, а чё дальше? Чё дальше? Звук настроен. А! Ну вот на, вот тебе в руку геймпад. Спасибо. Нажимаешь на кнопку. На какую? А ты знал? Короче, вот видишь, я не... тут есть вот эта сенсорная штука. Да, и надо по ней иногда... Ну... Я не знала. И когда там было задание, где нужно было вот так водить... Надо, наверное, категорию еще поставить. Ты долго не могла понять, да? Я чуть не расплакалась от стресса и нервов, потому что я нажимала на все кнопки, которые... И на эту штуку я тоже нажимала, но она не работала. В этой игре, да? Да. Кисет, ты как сегодня? Ну, бывает. Гаечка, солнышко, на какой путь хочешь пройти? Так, что звук как вообще? Ты услышишь? Ничего, пока ничего не слышу. А вы слышите звук? Ладно, понятно. Тебя спрашивают, ты какал сегодня, гаечка, солнышко, на какой путь хочешь пройти? Да, о! Что? Я слышу. Надеюсь, что ну как-то тихо, нет? Тихо? Но... Погромче? Могу погромче. А так? Норм. А, окей, тогда я громче.
Адрес Хеса Светки. Не понял, блядь. Охуели? За неважно. Это, наверное, твой подписчик. Нет? Да, кстати, это мой подписчик. Ну ничего, я его запомнил. Сейчас ты его скрин забанишь? Так, все. Сфотографировал. Ну шо, по звуку нормально, нет? Вроде норм. Точно? Чат, нормально, нет? Стоит 55%. Стой, куда продолжить? Я мы про начинаем новую историю. Я такой хотел. А чё оно? Что? Нет, всё нормально. Категорию. А у тебя модераторы могут категорию менять? Нет, у них нет таких возможностей, у них нет таких прав. Как тебе тяжело? Мне не тяжело. Давай. Меняй. Подождите, секундочку. Я сама все делаю. Громче! Не, когда игра начнется, просто в главном меню здесь не особо понятно. Вы такие классные. Спасибо большое. Я сплю ночами. Благодаря стримам. Надеюсь, но мне все нравится. Хорошо. Она говорит, что у нас усталый вид. Охуела? Ну, кстати. Как она это поняла? Анечка, спасибо большое за... Подожди, кто? Ну, что? Вот эта тетка? Да, она сказала, что у нас уставший вид. Это все потому, что ты не спал всю ночь. Так ты тоже не спала. Нет, я... Да ну хватит донатить, ну не донатьте мне! О! А сколько тебе можно максимум выбить? Не помню, 15, ничего. Спасибо за 500 рублей, Боб. Мне максимум можно 10, наверное. Все, или 20, не помню. Может 20. Ну такое. Ну, я не такой богатый уёбок, как ты. Ага, я уже тоже не богатый, у меня с этими сапками уже все. А у тебя сколько максимум? 50. Оно уже два раза, по-моему, выпадало. Нам необходимо проверить ваш контроллер. Ой. Да. Чё, ой? Он так вибрирует? А это должно быть? Все джойстики так вибрируют? Ну да. А что? А как? Не, не знаю, я первый раз испугалась. Чё, блин. Ну ты вообще... Конечно. Это же PlayStation 5. Конечно, а на PlayStation 4. Ну там не такая вибрация, прикольно. А здесь типа Next Gen. Здесь все намного круче. Ты это уже проходила, да? Я сейчас тут вообще быстро все пройду. Но я только вот это проходила и чуть-чуть. Ну ты имей в виду, что тут очень много разных всяких этих. Я знаю, у меня в прошлый раз здесь никто не умер. Вот, а сейчас может и умереть. Переговорщик прибыл. Не умрет, я разберусь. Так. Я пока не буду подсказывать, но в некоторых моментах. Я разберусь. Ладно. Это хорошо, что ты уже играл. Эти штуки все нужно смотреть? Нет. Ну это типа не обязательно. А, ну это нам тогда нафиг не надо. Хотя, подожди, я не помню. Не-не, вообще надо. Надо. Ты запоминаешь, типа, имена, фамилии этих семьи. Рыбки. Я уже сам забыл. Так, рыбу ты спасала, да? Да, в прошлый раз спасала. Прям сразу. Ну, я походила умоляю и потом... Умоляю вас, спасите мою девочку. Так, теперь напишите, как со звуком дела. Нормально? Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это... Да, нормально. Это же не настоящий человек! Это мой ребенок! Я сейчас... пересесть на колени. А это на что-то повлияет? Mm-mm. Это просто... Хотя это вроде на концовку влияет. Ну, то, что мы спасли рыбку? Да. Нифига. Ну мы хорошие, мы будем всех спасать. У меня цель спасти всех. Хочу, чтобы все выжили. Это будет тяжело. Проще никого не спасать. Почему? Потому что тебе ничего делать не надо будет, а так, чтобы всех спасать, надо что-то делать. Я в прошлый раз, когда играла, мне было так жалко этого робота, которого пришлось убить. Че? Ну там же его застрелят. Ага. А я не помню, есть ли вариант, чтобы его не убивали. Но мне кажется, все, кто у тебя останется в живых, это только рыба. Ты че, охренел? Посмотрим, так, посмотрим. Блять, как сложно этой штукой управлять. Тебе блять надо улики искать сейчас, я как знаю, можно больше. Я знаю, сейчас разберусь. Сначала с капитаном надо поговорить. Ага. Чего вы обзываетесь? Где? Да вон он стоит. Я перепроверила. Ну, проходила, это было
пару дней назад я вообще забыла. Мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайн. Так, я, если что, не перебиваю во время диалога. Он палит по всему, что движется. Кстати, а в чате уже вы проходили эту игру? Снайпера вы сняли. Там Кент в чате пишет: девочки, пишите мне в ЛС. Упадет, вместе с ним. Да, все пишут. Три раза кто-то пишет. Вам известно имя? Хест слов, уёбок. Кто-то да написал. Понятия. Ну я. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать патрон. Сядь ближе. Кто, я? Куда еще ближе-то? Кто? Да, я могу что, на коленке сесть, что ли? Ты давай это... Я... Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной. Ой, чё он на меня... Чё он ругается? Бля... Я думала... Ты заруинил. Ну, диалог с ним. Ну, это так, фигня. Злой какой-то. Так, нет пистолета. Да, сейчас. Это... Отклоните правый джойстик, чтобы перемещать курсор. А, блядь! Сложно! Куда? А. Капец. Ну что, неплохо получается. Все, и тут еще что-то должно быть. Вот тут. Ну да. Пуля. Вон. Нет. Ну ниже. А, это что такое? Что это за коробочка? Коробка с патронами. А-а-а. Теперь нужно Может, мы отключим донат? Сел на лавочку из докс. Я не знаю, как... Да ладно, они не так часто вылезают. Почему? Где R2 находится? Это вот это? Справа внизу. R это типа право, L это левое. Я поняла. А что вы, собственно, с этим делать? Плюс я, конечно, на... Вот подожди, вот видишь вот эту полоску? Да. Вот желтый. Ну и что с ней сделать? И вот треугольник нажимай. А, я не видела. Так, Девиан взял пистолет. Ага. Теперь надо найти пистолет. Ща. Ну тут все получается. Тебе надо чемодан поцеловать. Зачем? Тьфу, в чат пишут, целую, говорят. Я думаю... Или кого? Я думаю, они не про чемодан. Капитана нельзя целовать, алё, ребят. Здесь не так много выбора в этой игре, к сожалению. Так, все, иди на кухню, а то время. А, кстати, да, тут если... Чем дольше ты ходишь, тем процент это... Вот этого кента мертвого нужно обыскать. Кент мертвый. Изучай. Это бачок, наверное, был? Нет? Ну, был. Блин, жалко. А ты что, выбрала легкую сложность, да? Ну, не легкую, но нормальную. Ну, так, ну я не знаю, ну не сложно. Просто я не помню, чтобы у меня были эти полоски, которые подсказывают, куда целиться. А, ну значит, да. У меня выбрано сосредоточиться на этом. Сюжете? Да. А, ну понятно. А чё? Ну я... Ну тогда ты точно никого не убьешь, я думаю. Это влияет на сюжет? Сложность? Нет, это влияет на сложность. Ну я не хочу никого убивать. Так, реконструировать. Это вот сюда? Да. Ага. И теперь перематывай там. Блин, так прикольно вибрирует. Я вот тут? Ну да. Ага. А теперь обратно? Ну короче, на жёлтый. Я... Вот я все поняла. Сегодня самый популярный смайлик в чате это ЕП. Почему? А че? А че? И их возбуждает слово вибрировать. У них просто нет консоли. Они не знают, что это такое. Я думаю, у них... Ты че, куда нажимать? А, тут покрутить надо. Я помню. Покрутить и найти вон. Я помню. Ладно. Там еще какую-то пасту пишут. Ну все, получается. Так, что там? Планшет. Да, ага. Это я вижу. А на сколько часов игра? Кто-нибудь напишите. Ты же играл, ты сколько часов проходил? Слушай, я уже не помню. Я не особо как-то... Ну, а, как? 0 часов, да. Как? Девианта собирали заменить. Прикольно то, что и прямо из этого геймпада звук. Да, ты слышишь? Да, я слышу. А ты не слышишь? Я в наушниках. Ой, ой! Кузи Хоппи, спасибо. Тут места нет подвинуться, вот тут.
Тут уже кресла, они, скажем так, это... Мы врезаемся. Да все, они... фигню пишут. Так, у тебя еще целая куча здесь сидит. Я сейчас разберусь. Еще ближе. Ладно, я сейчас ей стул на голову, блядь, поставлю. Не надо. Это что такое? А, это ботинок. Он же прямо на мушке. И что? И все? Ну, 60% мало, там еще можно вон там вот посмотреть. О, тут кровь. Смотри. Под стол? Да. Ну, не здесь, в игре имеется в виду. Я поняла. Да что вы пишете? Еп. Не пишите всякие пасты дурацкие. Вообще, я так мало своих ребят вижу в чате. Да, моя аудитория ее задавила, просто моя армия. Напишите что-нибудь, мои подписчики. Еще 500 рублей. Спасибо большое. Сейчас, я попробую что-то так. Опа, кто-то суп не доварил. Это не обязательно. Опять ничего не выпало. Ну. Ха! Вот, тут подойди. А кастрюлю посмотрела. Так, какая кастрюля? Ты шо? Ну чё ты повернулся-то? Изучить. Вы все отвалить эту брыну! Так. Ага. И чё тут? И всё. Погибший. Ясно. Но когда ты на сложной сложности играешь, там таких штучек нету? Нету. Треугольничка не показывают? Нет, показывают, просто нет полоски, которая тебя ведет куликом. Ага. Ну я тут не особо обращаюсь. Модераторы, за работу, блин! Мне написали, что у меня модераторы... За что вы деньги получаете, модераторы? Они у меня ничего не получают. Там только тинвейв один. Так, обратно. Да Тинвейв я вообще не знаю, зачем тут модер подавал. Почему? Он же не умеет даже модерировать чат, он сам спамит, блядь. Что это за модер такой? Ты его просто не любишь. Ну, так он у Дилары ничего не делал. И здесь спамит вместо того, чтобы работать. Я вообще в шоке. И теперь вон в самое начало возвращается. Ну а что, по факту же. Так, обрати внимание, пистолет под столом лежит. Да, ты его в тот раз поднимала? Нет. Так, ну что, отсюда выходим? Лан мод, реально. Сейчас всех моих модеров. А как? О, что это такое? Чё? А чё я вид сверху? Как будто съел. Дотянуться вон можно было. Подойди еще обратно туда. К столу. Ну, сюда. Ну куда? Ну. Ну и... Вот, вниз. А, ой. Вон, было. О. Обратно. Вот. Ну там нету! Вон, дотянуться вниз. Ура! Так, теперь у тебя есть пистолет. Бери. Ну, оно... Да наверх, ну. Ну я что? Ну оно не берется. Шуми. Так, неважно. Все, можно уже идти этого. Все туда? Ну да. Нет. Тут еще можно что-то вроде. Вот, видишь? Вот эти желтые квадратики. Да вижу. Спасибо большое еще за труд. Кто там донатит? Не, я не увидел. Спасибо. Ну это желтые квадратики вон там. Ну зачем это? Нет, туда уже не надо, вот которые были возле выхода. Так они с туда. С ним поговори. Вот сюда. Наверное, надо с ним поговорить, я хрезать. Нет, смотреть. Только смотреть можно. Ну все, можешь выходить. Все, пойдем. Да? Че? Да там пишут мне. Не пишите, мой чат тоже. Не прогоняйте аудиторию сейчас. Вы че, охренели, что ли? Там Джибой написал. Вас и так раздавили, вы еще да что-то там как это... как туда выйти? Лапками машут, блин, раздавлен. Так, все, тут сейчас сама выбирай диалоги, думай, короче, как че. Не подходи, не то я прыгну! Сейчас я спасу ее. Давай!
имя, Коннор? Скажи мне свое. Как тебя зовут? Да нет, так они меня назвали. Назад! Дам подсказку, ты можешь спасти полицейских. Мне пухло на него. Вот! Блядь. Чё это? Ты в ярости, Даниэль? Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Так. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Пока неплохо вроде получается. Угу. Ты вооружен? Нет. Спизданем. Я безоружен. Ты врешь. Ой. У тебя пистолет. У меня в прошлый раз такого не я было. Я говорю тебе правду, Даниэль. То есть ты ему наврала, да? Ну да, я ему напиздела. Так, что выбери? Да. У меня есть время подумать. Треугольник надо. Ты неисправен, Даниэль! Ой! У тебя произошел программный сбой! Тебя починят! Да у тебя иногда диалоги открываются. Особенные. Их надо выбирать. Ты иди. Просто у меня глаза открылись. Вперед. И я больше никому не позволю себя унижать. Никогда! Что такое, Аладдин? Ой. Треугольник нажимай. Тебя хотели заменить. Все, иди вперед. На другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им помню. Видишь, у тебя вероятность статус повышается. Я вижу. Игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Че, не будешь ее спасать? Ну ладно. Буду. Ну, полицейского нет. Слушай. Ты ведь не виноват! Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы! Нет! Я не виноват! Почти 70%! Я этого не хотел! Я любил! Я хочу девочку спасти, а не полицейского! Но для них я был никем! Он тоже хороший человек! А чего он просто там валяется? Потом встанет и пойдет! Он умрет! Как это же нормальный полицейский, даже не из России! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! А, ну да, все правильно. Ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. У тебя вероятность успеха почти 80%. Нормально держишься. Так. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет сейчас хорошо! Сейчас делайте ставки, получится, нет? Уже 85%. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Так. Блять. Это не обсуждается. Ты машиной должен повиноваться. Брось пистолет и отпусти ребенка. Ой, блять. Всю свою жизнь я исполнял приказы. У меня же ладошки вспотели. Теперь сам буду решать. Нет! Я не это хотела! Ты готовься! К чему? Ой, блядь. Нормально. Нет, я... Давай перепройдем. Я не так хотела! Ну, я не так хотела же! Ну, я... Он тоже умер. А он не может взлететь? У него нет крыльев. Он же не Бэтмен, ты че? Ну, он же робот. Почему ему крылья не добавили? Ну... Я такая кстати, руина. Логичный вопрос, а чё он не летает? Могли бы сделать как Супермен. Блин, нормально начало игры, мне нравится. Ну мне нет. Да ладно, он... Типа, его починит. Его починит, тебе говорю. Как с такой высоты он вдребезги разбился? Он же робот. Ну, типа, они нового сделают просто. Спойлер. Ну, это я так, один разочек. Чего он не нажимает? А вот других чинить не будут, имей в виду. Там, если кто-то умрет, все. Это просто с этим немножечко так это. Та-та-да!
Блин, девочки. О, господи. Хесус такой секс на камере. Я бы ему отсосала. А, ясно, Надежда, здорово. Просто бы съела его бургер. Фу, вот бы я не хочу это слушать. На сегодня справа. Самое лучшее в жизни несправедливо. Хесус, позвони мне. Ну, Зоя, пойдем. Не, а что сейчас будет, я забыл. Сейчас вроде он будет... Я не знаю, чего. Не понятно. Что такое вот это R? Что это значит? R это вот это вот, который ты башку вертишь. Вот это? Да. А, это пимпочка вот эта. Процентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Вот упаду. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. Где? Вон. Переключается в режим охраны. Тебе нравится? Ты бы его себе купила? Возникло задымление или кто-то проник в дом. Нет. А ты бы купил себе андроиды, если бы были такие? Конечно. И что бы он делал? Все. Я бы его использовала как... все, что можно и нельзя. Вот она. Ну, он бы там посуду мыл, убирался бы. Машина была просто в хлам. Что говорите с ней? Ну, логично, да. И все? Чего делать? Фургон. Не знаю. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. Ну, тут разные роботы есть. Память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Влад, кстати, мужик классный, он добрый. Имя ей дали? Дочка дала. Выглядит он, если честно, не очень. А X400? Как бомж какой-то. Внешность. Алкаш. Алкашонок. Ля лицо какое. Ой, какая. Ну, ты за нее уже играла вроде. Ну, я только начинала. И... только убиралась, и все. Надо будет в Детройт съездить. Как-нибудь. И постримить оттуда ИРЛ. Угу. Я считаю. Навести суету, как говорится. Тебе лишь бы суету навести. Да. Неважно где. Воу-воу-воу. Тебя застрелят. Не. Я когда был в Нью-Йорке, я где только не был. Я имею в виду в плане там всякие районы. От меня все, меня все стороной обходили. Алло. Забыли, что ли? Алло. Так что не, меня никто не застрелит. Меня боятся. Конечно. Да я тебе говорю, они когда русскую речь слышат, они сразу такие... Хм. Такая песенка грустная. Тут реально слышно? Тоже ничего не слышно? Не, слышно, когда диалоги какие-то иногда бывают. А сюда еще говорить можно, да? Да. А зачем это? Ну, блин, ты когда играешь в игры онлайн, ты можешь общаться. Тут можно онлайн играть? Ну что, ну? Ну да, можно. Ну типа. Ладно. Если хочешь, попробуй как-нибудь поиграй. Хорошо. А ты играл какие-нибудь онлайн игры? Да. Какие? Я не помню. Battlefield. Хеся, а ты же тоже здесь в виде робота. Помнишь? С башней. Что? Вещь такой. Вот такого я. Написали, что ты здесь есть в виде робота с башней. Я знаю. Так это реально я. Мне разработчики писали как-то. И говорили, можно ли вашу внешность использовать в игре. Ты расскажешь. Я тебе говорю. Ты расскажешь. Я рассказываю. Реально, да? Вот это я помню. Сейчас надо в магазин. Они мне недавно написали еще раз. Блин, об этом нельзя говорить, но я так уж и быть расскажу. Типа они вторую часть сейчас делают, строят. Такой ты пиздобол. И так, и можно еще раз вашу внешность, только теперь как главный герой. Я подумаю. Я вот сейчас думаю, ну... Стоит, не стоит. Я думаю, не стоит. Да? Ну ладно. А то потом все узнают, что ты врун. Ты следи за сюжетом. Да тут я просто иду. Нажмите R2, чтобы задействовать навигатор. Это вот это? Да. Тебе это надо запомнить, потому что потом будешь путаться в кнопках и все. Я уже запомнила. Это уточнение было, риторический вопрос. А, ну ладно. Знаешь, что такое риторический вопрос? Да. Я тоже. Че он встал? И не идет. Он задумался, что такое риторический вопрос.
Так, ты хоть туда идешь? Конечно. А ну-ка нажми R2. Стрелочка там. Хисяс, если ты будешь играть, я всю ночь чего будешь. Да фу, не читай, что там написали. Промолчи. Если и то, и то, то будет достаточно. Ну, сегодня у шиперов праздник. Да. Кстати, сейчас прочитаю. У меня на телефоне задержка. Не читай! Да я про себя. Не надо. Там не видно даже. Ну, там написали, если ты будешь что-то делать ночью, улыбнись. Что-то такое. Чё? Да чё он не идёт? Иди. Давай, покупай. Зачем это вообще надо? Идентификация успешна. Улыбнись. Я только делаю, что улыбаюсь, алё. Заказ номер 847. С вас 63 доллара. Подтвердите платеж. Вот бы так сейчас можно было. Платеж подтвержден. Так вы же тебе в башку чип встроили? Транзакция. Нет, выполнена. Я не про это. Просто ты смотришь на человека и все. И у тебя операция... И у тебя минус бабки на карте, да? Прикольно. Зато не нужно. Я думаю, если бы на меня все смотрели, мне бы сразу все бы деньги мне переводили. Конечно. Тогда я за. Я не это имел в виду, ну ладно. Реально, шамба. Подожди, как у тебя этот смайлик называется? Лойс? Лойс, да. То есть ты решила, что если воровать идеи, ну, надо... Ты охренел, я ничего не воровала. Вы еще всего отвечаете, смайлики. Чё? Чё? Не понял. Вы всего отвечаете, смайлики. У кого я вас воровала? У всего отвеча? Да? Нет, у меня. Я ни у кого их не видел, пока у себя... А ты у меня своровал играть в соседа. Понял. Так, во-первых, я в соседа играл в 2014 году на стриме. И чё, я тогда не видел, я тогда тебя не смотрел, и даже не знал о том существовании. Ну да, ты ж смотрел этого. Кого там смотрел? Не знаю. Точно. Я вспомнил. Кого? Позитифон. Я Позитифона в 2013 смотрела. А в 14-м ты всё изменил? Ивангая смотрел, Ивангай, да. Вот. Мне... Стандартная штука. Ну, мне было 10 лет. Ой, зачесался. А как тебе сейчас Ивангай? Он вроде скурился, из наркомании. Сюда. Не знаю. Ты чё ходишь-то кругами? Ну как, не могу. На месте топчется, блин. Я войти туда. Нажми R2. И покрути камерой. Вот, в автобус заходи. Какой автобус? Вот перед тобой. Лайти. Ура! Очередная голова пройдена. Только почему она пока непонятна. Мы просто в магазин сходили и домой на автобусе уехали. Да, мы дедушке помогали. Иисус. А ты перед приходом помыл свою руку. Опять что ли? Не считай. И кстати, мощная кровать у вас сзади. Ни хрена себе, у меня задержка. А, ну понятно, все, лагает. А у меня на стриме нет лага? Нет. Оно не может лагать, да? Потому что это не через компьютер. Есть. Это и у вас, значит, проблемы с интернетом. Да ничего не лагает. Все нормально. У тебя вон написано пропуск кадров 0%. Да. А чё дальше? Мне так ладошки вспотели. Да даже ничего не происходит. Вот сейчас будет вообще жестко. Бля, Тин Вейв. Что? Смотри, чат засрали. У тебя сколько модераторов? Я сейчас посмотрю. Не знаю. Раз, два, четыре модератора. Это не учитывая меня. Ну вот сиди, модерируй чат. А, ну тут Дрейк сидит, который тоже ничего не делает. Я, Тин Вейв. Получается два модератора и то, которые походу сидят на уроке сейчас. И не могут нормально модерировать. Это про Тинвейва, да. А он школьник? Он в 11 классе. Все ясно. Тогда нет никаких вопросов. Ну, и ничего. Что это такое? А, это ракурс. Иду! Да ты... Он мне уже не нравится. Да он добрый. Угу. Он просто не помылся и все. Ну, бедный человек. Так что в доме срач.
А на этого робота деньги есть. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Ну да. Чтоб ее, куда опять подевалась? Так он все деньги на робота не потратил. Алиса! Алиса! А может ее как-нибудь еще использовать? А вот ты где. Да. Алиса. Да? А, нет, тебе? Наверное, нет. Она для этого не предназначена. Уроки, вся херня. Она уборщица. А тут есть, которые приняли? Да, тут. Я вообще начинаю не про это. А про что? Этаж. Вон, чат тоже начал еб спамить. Для этого есть специальные роботы. Да, они тут есть? Конечно. Вы супер. Спасибо большое за 300 рублей. Мне сказали, что мы супер. Спасибо большое. Сейчас. Пицца. Телевизор. Мне кажется, у тебя дома также не убраны. Я не ем пиццу. А у меня сегодня вообще-то убирались. Круто. Я, собственно говоря, поэтому-то и не спал. Посудомоечная машина. Чё? Отсутствуют детали. Вы заказали детали. Да как прикольно. Так. Ну да, через голову. Хоп, заказал. Вымыть. Нифига там посуды. Да. Вон у нее столько же вон там лежит, кстати. Там немного, там пару кружек. Да, полная эта раковина. Да чё она не моет, это ёлки-палки. Ну нажми на R2. R2. Ну, а это чё, она помыла уже, что ли? Нет. К двери подойди. Видишь, квадратный этот, желтый квадратик? Да. Всё, иди туда. Да, задания же написаны. Их и выполняй. Посуду со стола возьми. Она и там не берется. И чё? Вон туда. Я, кстати, не помню, чтобы сюда нужно было идти, ну ладно. Я тоже не помню, чтобы я в прошлый раз, когда убиралась, здесь что-то такое было. И вообще, прикольно придумали убираться в игре. Мне в жизни не хватает. Это тебя обучают. Чтобы ты поняла вообще, как игра работает. Одежда. Вроде нет. Та-та-да! Можно. Удачного стрима. Спасибо большое за сторону. Чё, Лойс? Ура! Чат научился использовать смайлик. Я вообще сказал, что срать ушел, пишет Тимбейв. А ты со школы уже вернулся? Ну, я не думаю, что он в школе срать пойдет. Я вот, например, когда в школе учился, я терпел, пока домой приду. А мы с одноклассниками просто приходили в медпункт и говорили, что мы хотим в туалет. Отпустите нас, пожалуйста. Нас понимали и отпускали. Домой? Да. Ну, сам понимали, что некомфортно в школе. Хорошая отмаза. Там была молодая медсестра, она нас отпускала. Я была еще старая. Я помню, у нее были рыжие волосы и большие глаза. И она не отпускала. Она говорила, идите в школе. Да как туда пройти-то, ёлки-палки? Большие глаза? Да, и рыжие волосы. Я и запомнила эту суку. Старую. Ой. Чё? Чё стоим-то? Чё, бери порошок. Асу. Слушай, чат, как будто у вас такого нет. В каждой школе есть какая-нибудь старенькая... О-о-о. А вот теперь осу. Красный лед. Сколько? А, ноль. Ну, капец, он не везет сегодня. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты лучше не суй нос в мои вещи. Я же говорил, он добрый. Простите, тот. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Поняла, хочешь, да? Хочешь разозлить? Нет. Будь готова. Нормально он ее... Ой. Неприятная ситуация произошла. Ну, бывает. Она же просто постирать хотела. Добрый чел, позитивный. Хесус, не забывай, что после стрима нас в компеке плазы ждут девочки. Чё? Сказали, что тебе девочки ждут в какой-то компеке плазы. Не знаю, что это такое. Что такое компека плазы? Какие девочки тебя ждут? Слушай, мне бы для начала понять, что это за плаза такая. Я не в курсе, я ничего не знаю. Не, я серьезно.
вообще не путь. Киберпанк. А, в киберпанке? В киберпанке шлюхи. О, их там много. Ничего себе, вы вспомнили. Я уже их забыл. Давай мусор собирай. Собираю, не командуй. У меня сегодня так же дома было. Ага. И с такими же звуками ты примерно мусор собирал. Не, не я собирал, а... Ну ты тоже собирал, я слышала. А, ну да, кстати. А это смотрю, что надо. Хоть где-то она убирается, вы офигели? Скажи, что у меня дома чисто. Ну, тут бусинки только рассыпаны, да, да, немножко, да, чисто, и все. Чисто, да. Ты че, офигел? Дальше... О, да. Подожди. Я достану. Что там? Ты куда полез? Блин, я думал, это рубль лежит. А это какая-то штука. Я не знаю, кстати, что это. Вот это от бусинка тоже, типа. Ты что с ними сделала, я не понимаю. Ну, они лежали у меня на столе и рассыпались. Случайно. Хорошо. Опа. Чирик. Да, ты подвезу. Чирик, это 10. Да ладно. Да, на том же самом месте. Да. Это я точно знаю. У меня в Новокузнецке много раз останавливали гопники и просили. Чирик есть? А если найду? Мы так в школе делали. У ребят из младших классов на чай деньги клянчили. Типа, ребята, у вас есть чирик? Как Иисус аж к печке пришел. Да, я через думал, Дискорд будем через общаться. Дискорд общаться, да. Будут. Но, давай, я звоню тебе в Дискорд. Сейчас будет. Алло, иди налево, нажимай на кнопку. Ну да, и чё. Так ты мог бы поспать в Дискорде. Так я мог бы. Замечательно. На фоне буду лежать спать. Я думаю, от этого зритель только больше станет. Бля, там Хесус спит. Все как срочно он, на стрим. Как будто... Да ёлки-палки, что ж ты встала-то? Ты сама идешь в кресло и говоришь, почему она встала. Все. Он туда. Он туда. Я знаю, я вижу. Он туда. Я вижу. И вот сюда. Ага, неплохо. Подрубите на другой площадке. Нельзя, ребят, по правилам Твича. Мы партнеры, да, нам. Да, мы партнеры, нам. Конечно, можно было бы попробовать, но... Никак. Партнерам Твича нельзя. Мы партнеры Твича. Да-да. Я премиум партнер, причем имейте в виду. Все, не выебывайся. А шо? Могу. Вы понимали, ему приходит с сабов 70%, а мне 50%. Потому что... А? Сейчас тебе палец откушу. Не надо. Ну это не су его. Не показывай, точнее. Так, тебе там, подожди, еще раз R2 нажми. Зажми. Так. Не-не, не надо вертеть. Задание. Включить что? Пылесос и собрать посуду. Это какие, знаете, это второстепенные, дополнительные поручения. Это не обязательно. Мы должны сначала срочно. Сейчас услох. А, да? Спасибо, что напомнили. Чё за херня-то? Ой-ой-ой, поговорить с Тоддом. Хотя не, подожди, тебе надо и дополнительный тоже выполнить. Ну выполним, подожди. Зачем девочка под стол села? Куда ты идешь? Слушай, у нее отец злой, она от него прячется. Ты говорил, что он добрый. Я наврал. Такой ты пиздовол. Ты чё? Ну, бывают добрые алкаши. У меня был такой сосед. Он потом, правда, добрый умер. Алкаш. Он был добрым, но он напился и уснул в сугробе. И не проснулся. Всё, серьёзно? Ты смеёшься? Хесус, что выберешь? Даша или ПМЖ Америка? Ничего. Ты не видел, что знаете? Чтобы я выбрал Дашу или ПМЖ в Америке? Да. Ну, я бы выбрал ПМЖ в Америке, а потом бы Хеса, и Дашу привет. Туда. Привет, это Галина из 5Б класса. Так, видите, почему ты сегодня два в одном. Забрал меня со школы, как обычно? Галина из 5 Б спрашивает, почему ты не забрал ее со школы, как обычно? Кто, я? Ты. Чего я не Да я занят был. Чем ты был занят? Уборкой квартиры. Угу. Блин, как же тут долго убираться, а?
просто ужас какой-то. Ты ж не убирался сам. Не, я про игру. А. Вот, вот это. Действие-то вот тут надо, я не знала. Я на все кнопки тыкала. И оно не работало. Я так тильтовала из-за этого. Я даже гуглила в интернете, что это значит. И там тоже... Ты что, серьезно? Слушай, просто надо было мне написать все. Ты стримил тогда. А. Подожди, ты во время моего стрима играла в игру. Я понял. Ты тогда Зелара стримил. А, ну тогда ладно. Чуть не расплакалась из-за мойки посуды. Ну-ка, стой, дай я попробую. Прикольно. Не. Я просто на пятый PlayStation еще не играл. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Надо принести Тоду пиво. О! Повезло, повезло. Ё-моё. Тод, пиво. Ой-ой-ой. У него такой телек новый, а сам он это... Какой-то как застрых. Слушай, это... Какой год уже, не помню. 2000 там какой-то... Такой телевизор у них, скорее всего, стоит $2 в те времена. А, подожди, куда? Чё за X? А, мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай 38-й год, да. Маяч перед носом. Сейчас телевизоры, они же недорогие, и при этом нормальные. Угу. Я вот думаю себе новый телек. Зачем? Ну ты видела мой телевизор? Да, у тебя коробка такая. Но... Года 2005-го, наверное. Норм, я тогда почти родилась только. Вот и прикинь, телевизору столько лет, сколько тебе. Угу. Наверх. И... Ну иди! Он не идет. Иди. Все, пошла. Ура! Я родился в 2005-м. У меня тоже был добрый сосед, но он подскользнулся в ванне и умер. Бывает. Короче, все добрые люди, походу, слишком рано умирают. Вот тут вот нужно было поводить. Я добрый, кстати, к сожалению. Давай. Че, куда? Опять поводить где-то надо? Вот тут. Где? И тут? Вот тут вот на этом моменте я чуть не заплакала. Вот. Тут вот так нужно делать. Ну это, кстати, не обязательно. Да. Да. Но тут горит же желтеньким. Теперь не горит. А до этого горел. Спасибо большое за подписку, Роквие. Роквие? Блин, это мой подписчик. Я тебе всех подписчиков украду. Ладно, всех не украду, но... Я тогда тоже что-нибудь украду. Мне нечего. А, да? Ну да. Ну у тебя микроволновка неплохая вроде. Я позвоню охраннику, который там сидит снизу, и скажу, что... Я с ним уже подружился. Да? Да. А там дед сидел? Или молодой? Слушай, дед? Ну как, он не такой уж прям дед. Нет, там просто есть прям дед такой седой. На тебя похож. А, да? Ладно, на тебя не похож, но... Не, у меня есть седина, кстати, в некоторых. Ого! Что? Заебись, уведомление ТГ, а что не так-то? А что ты там сделал? Я ничего не делал. Это ты что-то сделал? А я что сделала? Не знаю. Так зачем мы это смотрим? Вот тут вот тоже нужно полистать. Это тоже не важно, но типа не обязательно. Сейчас тогда кровать заправим. Тебе надо прибираться. Вот, вот, да. Это комната Тодда? Да. Капец, играю, интересно, да? Украдили. Половина игры — это уборка. А, ну ладно. Что? Ты за сюжетом следи. Вон так чипсики. Я тут убираюсь. Прибраться вон там. А у тебя нет этого смайла, да, где мужик чипсы ест? Синвейв добавь. В смысле, блин, не надо ничего добавлять, это мой смайл. Это не твой смайлик, это не ты его придумал. Нет, это вообще-то мой подписчик его добавил туда. Ну твой подписчик это не ты. Вот. Фига ты, конечно, базаришь. А что ты не сделаешь? Я... Сейчас этого... Как он? Кто он? Это ты. А, ну тогда ладно, ничего делать не буду. Можешь его раздеть.
Не надо! Потом не оденешь. Че? Ты реально думаешь, что я не смогу его раздеть и одеть? Да. Ой, какой, какой вонючий. Сейчас нам вот сюда нужно. Ё-моё. Ну открывайся. Я вам плечо оголил. Покажи его жопу. Ну вот. Он причем без трусов. Ля, бля. Ну реально на тебя похож. В смысле, я в трусах вообще-то? Ладно. Можно? Так. Сейчас. Та-та-да! Верипок. 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 Уже не важно, спасибо. Так. И что это? Что у нас разблокировался? Ну, что-то вот узнаешь потом. Докажи, что ты в трусах. Не надо! Только не на стриме. L1. Замечательно. Сидит. Ну и сиди там дальше в своей будке. Я не говорила потом, я просто сказала, не надо на стриме. Можно на стриме в трусах сидеть? Даже если ну, если ты сюда притащишь надувной бассейн, нальешь туда воды, да. Да. Я как раз у себя на стриме эту идею обсуждал, что. Ты хочешь поставить себе бассейн? Не, я хотел у тебя купить. А, ну и ты. Сидела и ты будешь в нем сидеть тогда. Не-не-не. Плескаться. Это будет неинтересно. Почему это? Вы бы посмотрели? Вам было бы интересно? Не-не-не-не. Конечно. Можно даже голосование, на кого бы они посмотрели, на тебя в бассейне или на меня. Я да думаю, у меня-то что первый. Смотреть? У меня ничего интересного нет. Ага, в ТикТок зайдите. Там... Ничего интересного вообще, ага. Там фотошоп. Тайминг? Чё? Какой тайминг? Она что-то сказала, но я не услышала, потому что я тебя слушала. С этой... С Алисой надо поговорить, можно? Да. Сзади. Кто сзади? Да сзади, блин. Клип. Потом посмотрим. Дружили. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. А где ее мама? Подружимся? Та-та-да! Фиг его а знает, знала, потом узнаешь. Что для французов имя Лшак в буквальном смысле звучит как кот? Котик кличать Эльша. Нет, не знала. Эльша. Ой. Ты притихла. Ой. Ты ведь меня не боишься? Я случайно туда нажала. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Ты тоже мне это слышишь? Это важно. Вот эти звуки? Это соседи так, что ли? То есть тут нас тут настолько все плохо слышно. Нет, ну они что-то долбят, наверное. Он чайник, блядь, на стол поставил, и я это услышал, прикиньте. Нет, это не чайник, это что-то другое. Да нет, он просто на кухне чайник трогает. Нет. Блядь, нормально. Если бы я тут жил, я бы уже не жил. Ну я-то не кричу, как ты. Ну, я про это же. Хотя... Я не в курсе. Чего? Я не знаю, кричишь ты или нет. На стримах, по крайней мере, я этого не слышу. А вот, ты спрашивала, что с женой? С мамой. Ну, с мамой. Мама. Пять ладошки вспотели. Игра только началась. И мне страшно представить, что с тобой дальше будет. Потому что вообще жопа. Такая музыка грустная. О-о-о. Тут грустных моментов будет много. Он там... Ля какой. О, это она. Это он ее сейчас побьет, да? Сломал! Руку оторвал, голову отрезал. Фу, какой. Плохой. Фух. Вы такие бесчувственные в чате некоторые. Так а чё, её починили и всё нормально? Та-та-да! Пушечку занят Ода.
Вы такие прям как два камня сидите, еп. Может, поиграете после Детройта в симулятор? Обязательно. Охуели, какие два камня. Что мы должны делать? Стоять? Танцевать? Они просто привыкли, что вы с Ваксом тут то химия, то там красьте друг друга. Ага. Че еще? Че вы там еще делаете? А тут мы просто играем в игру, офигеть. Подожди, ты куда пошла? Получать поручение, получить у кого-то новую. Убраться в ванной. Это дополнительно, это тоже надо? Ну да. Ладно. А то он на тебя, ну, накричит. Подожди, а где ванна? Она, по-моему, ну, сейчас. Вот тут. Да вон там, туда иди вперед. Во, правильно. Да ё-моё, я только сегодня утром у себя убиралась, тут еще убираться. Го украсть меня? Не, вообще можно как-нибудь, но только у меня вроде это... аллергия на косметику. Да, я не хочу, чтобы Хесл у меня тут умер. Не, я не умру, у меня просто глаза начинают краснеть. Просто покроешься весь какими-нибудь волдырями. И все. А ты откуда знаешь? Ну типа, блин... Я как-то пробовал использовать этот, как он? Консилер? Нет. Тональный крем? Да, тональный. Ну, я когда ходил на Microsoft, презентация Xbox вот этой новой, меня там тональником вот так разукрасили, у меня потом глаза чуть не отвалились. Анальный! Анальный? Ну, они там услышали вместо тональный, анальный крем. Я тоже так услышала сейчас. Ну, от анального крема у меня аллергии нет. А такой есть? А зачем он нужен? Конечно, я не знаю, слушай, я не использовал. Откуда ты знаешь, что у тебя нет аллергии тогда? Опять врешь. Ну, я так думаю, что нет. Это же не косметика. Вообще, его, возможно, используют от того, чтобы не было трещин в жопе. Ну, я слышал, есть какие-то анальные трещины. Да-да, я не использовал, говорит. Ты, ну что, они не брались, что ли? Где убраться в ванной? Вы... Ну вот ты видишь, квадратики желтые. Ну подожди, написано, вы убрались в ванной. Там написано снизу опять, убраться в ванной. Ну значит, ты не убралась в ванной. Ну вот, блин, квадратик был. Я вижу. Может, это вторая ванная? Открой. О! Ах, нихуя. Давай чисто. Спасибо большое. Спасибо большое за плюс. Уха. Кокос, короче. Кокос. Или кокос. Опа! Три саба. А сколько мы уже должны? Было два и еще три. Пять получается. Но это все равно мало по сравнению с тем, что обычно. Мне обычно рулетку крутится один раз за стрим. А куда нам туда? И... Да нормально. Короче, рулетка крутится один раз за стрим и выпадает 10 сабов. Неприятная ситуация. Хесус, что ты читай? Я читаю. Просто чат летит так быстро, что... Никто я не успеваю. Никто не узнает, что я гей. Чего делаешь? А? Я играю. Б. Играешь. Сейчас, я на телефоне я открою, вижу. Чтобы останавливать его. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Хоть бы помылся. Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь не портит! Ничего не сделал. Иисус, зацени амбушюры на наушниках. Да я же все понимаю. Насадки, которые... Прям по глазам. Купи ей наушники. Ты меня ненавидишь? Про вот это. Говори! Нормальные наушники, не норм. Ненавидишь? Господи. Что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Он же еще наркоман получается, люблю. Да? Ты это знаешь. Получается, да. Ребят, не употребляйте снюс. Скинулся и откинулся. Интересная глава была. Мы просто убирались. Два часа убиралась в квартире. Балдею. Как и в жизни. Это сложно, тяжело. Слушай, ну у тебя не такая большая квартира, как там. Я думаю, тут за 5 минут можно.
Нет, нельзя снизить за 5 минут. Так, опять теперь вот этот товарищ. Вот сейчас надо у деда убираться. Это, кстати, мое будущее. Я буду в таком же доме жить. Реально. А нам потом нас вернут туда? Куда? А, к этому? Конечно. Да. Да. А что здесь за дед будет? Я уже здесь не играла. Ты не играла здесь? Нет. Ой. Ладно, тогда все, не буду ничего говорить. Я думал, ты тут была. Не помню, нет. Старик даже похож на тебя. На меня? Угу. Сейчас увидишь. Куда я еще? Туда иду? Да-да-да! Я же говорил, разработчики срисовывались меня внешне. Какой сидит прям правильный весь. Гайка, снизь уже башню этому засранцу. Что, где-то я неправильный? Довольно много выебаться. Сноси башню, сноси башню. Если ты будешь выебываться, сноси тебе башню. Как тут вниз спуститься? А зачем вниз? Нажми R2. И покрути. Ну вон. А, ну... Вон там дверка была, может туда... А, вон там, я поняла. Я нашла! Сноси, я не буду сносить. Поменяй ей сложность, иначе у нее квик-тайм ивентов не будет. А так не интересно. А как я сложность-то поменяю? Во время игры разве можно? Что такое квик-тайм ивенты? Это когда начинается какой-то экшен, и тебе надо успевать нажимать на кнопки. Я такое не хочу, у меня замедленное мышление. Не, давай сначала попробуем, как она... будет на этой сложности, а потом, если слишком легко, мы поменяем. Ну, видите, она не может, блядь, штору отодвинуть. Алло. Тихо. Да ёлки-палки. Да чё? Стой. Всё. О, а это я, кстати. Уже почти мёртвый. Доброе. Ну, вообще-то, блин, утра. Он добрый. Погода облачная. 12 градусов. Добрый дед. Влажность, ну опять, как всегда, все добрые рано умирают. Во второй половине дня. Хотя он достаточно старый уже, не так уж и рано. Реально пора в могилу. Утром я забрал краску, которую буду... Ой, я и забыл. Так, тихо, там в чате написали просто. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. А что ты встал? Ты ничего не забываешь. А, диалог. В смысле, чего встала? Я сижу. Ты дай ему лекарство, он сейчас помрет, блин. Я слушала, что он говорит. Ты ему, пока он говорит, ты можешь делать действия. Дерт поют и танцуют. Вы уже видели мой новый ТикТок? Как вам? Понравился? Конечно, понравился. Как тебе может не понравиться? Нет. Карл? Заебал сверлить. Спасибо. Он так сверлил жестко утром вообще. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Во. Ну посмотрите, кто не видел. R1 это. Что? Уже 70 тысяч просмотров. Такая хрупкая машина. Ого! Ура! Рекомендации попало. Yes, в рек попало. Двигайся, 11 тысяч лайков. Это... А можно мне так? Мне надо про Талию снять видос, да? Давай снимем. Сейчас я отнесу вас в ванну. Тебе дам такую кофту свою. И ты ее наденешь и снимешь такой же видос. Вот эту вот, в котором ты записывала? У меня есть чуть подлиннее. Ну, как раз на тебя. Не, у меня есть подходящий шмот. Да? Откуда? А чё оно? А. Чё? Тут два раза, ну, двумя руками надо. Откуда у тебя такие шмотки? Не, ну не прям такие, но я имею в виду какая-нибудь кофта обычная. Я её так затяну, и у меня будет талия. Аномалия. Именно. Ты видела, как Синди Максюшу одевал? А, его одеть, как Синди Максюшу? Меня? Не, это слишком. Куда потащила, блядь? Ты что деда носишь-то? В обратно. Да я не знаю, я просто хожу. Вообще его на коляску надо посадить. А я что делаю? Так я не знаю, что делать, что ты стал. Ты вообще дурак. Он сам... Ты его вообще унесла куда-то? А, он сам идет? Я просто вот на эти кнопочки жму, он сам ходит. Я вообще ничего не делаю. Так, теперь куда? Туда. Есть у нас что-то сегодня в планах. Оба, видишь? Да, в музее. Фига у него коляска модная. Открывается ваша ретроспектива.
заниженная 4 такая. Приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. А что мы сейчас? Ты его прям с лестницы так толкай. А как мы-то по лестнице, ты его не спустим? Так толкай, и все, он поедет, там, как пойдет. Кухня с кулгайка. Попозже с этим определюсь. Привет, а спасибо большое за 100 рублей. Интер Герл, я не помню. Пис. Че, а че он не едет-то? Читателей. Я уже отвечаю. О, фига себе скорость. Хуеть, это тихо. Как и лифт в Москву-Сити, блин. Так и сердце остановится мой. Нет, Карл. Ты про деда забыла, ты что-то это пошла, оставила деда. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Такой-то умный дед. Ну, вообще, да. Ты видишь, какой он богатый? Да, вижу. Куда нам идти? Да вон вот. Ну, все просто. У зебра у него, смотри, какая. Я проголодался. Угу. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Марк. Так, на здоровье. Теперь его надо накормить. Ага, потом, чтоб... Ладно. Ну-ну-ну, давай, договаривай. Нет, что это такое? Ничего не буду. Заинтриговало людей, и все. Потом помыть, в туалет его сводить. Тогда? Осуждаю, конечно, ты такое. Ты играешь ребят, в роли... начинающая стримерша, может, кто-то заметит меня. А? Равно. Не знаю. Мне кажется, так лучше не делать. Не стоит такое писать и делать. А что было? Там пропиарились. А-а. Какая-то стримерша. А-а, серьёзно? Позавтракать. Понятненько. Где завтрак-то, ё-моё? На кухне. А это чё? R2 нажми. И покрути. Ну нет, тут я ничего не вижу. Ну, вон дверь. Вон, видишь, появилась. Подать завтра. Этого не было. Пока ты не показал. Да пройдите игру вместе только. А то заебали. Один так... стрим по Майну вместе. Чего? Один по Детройту. Он чел пишет, чтобы мы вместе прошли эту. Ну все, каждый день сейчас будем вот играть. Конечно. Не, ну а реально так-то вот. А вдруг тебе понравится, ты захочешь до конца пройти. И что? Ну я, наверное... Раз в неделю будет как сериал, короче. Раз, одна серия в неделю. Чё, блин? Вон, сковородка. Ну, не... я разбираюсь сама. У меня замедленное мышление. Чё? Такое бывает. Ты можешь быстро сказать, где лево, где право? В смысле? Вот лево, вот право. Я так не могу, мне надо подумать несколько секунд. Нормально. Тут лево, вот тут право. А, кстати... Покажи указательный палец. Ах ты, сука. Что? А что ты думал, я покажу тебе? Я тебе говорю, покажи указательный палец. А, я не смотрела на твою руку. Я тебя посмотрела. Обычно люди вот так показывают. Так. А что ты ему приготовил покушать? Не знаю. Там, ну, да, где там яйца и бекон. Он же сказал. Ого. Ого, дед завтракает. Тебе это бы, я. Тебе бы тоже. Ты так не а завтракаешь. Ты давай учись, будешь мне так же потом подносить. Ага. Оба. Ты кроме гречки... Спасибо. Ну там будет гречка и курица, все правильно. Ты ничего не ешь. Вместо этих яиц. Давай, давай, нажимай. Чаёчек. Во. А, это кофе, наверное. Какой тикток у Гайки? Модераторы, ссылку в чат. Гаечка 89. Прикинь, меня когда-нибудь кикнут из 89-го склада, и будет такая же... Слушай, к тому моменту станешь ну, мега популярный, и завтра. Модераторы тиктока тебе никнейм придут. Неудобная придумают. Ситуация, как хорошо, у Джоэна получится. Может, ты еще называется Джоэн 89? Ну, бывает, что. Он может поменять никнейм вообще-то, при желании. Ну, не хочет, не знаю. Он все еще надеется, что когда-нибудь вернется. Давай не будем, я грустно. Че это такое? Он художник это какой-то? Это ничего не надо тебе. Там чемоданчик был нарисован. Это же чемоданчик? Нет, ну, это ничего. Типа такие, ну, окей, можешь что-нибудь сделать. Попробовать. А, вот, да, поиграй. L1. Включить телевизор. Та-та-дам!
Ее таракус. Ее талия аномалия, ее талия песочные часы, сломаешь обоссы. Обоссы. Поздравьте, пожалуйста. Хочу ей отправить. Деда? Ты какого деда там про талию? Ребят, я очень опытная стримерша. Можно не рекламировать. Да, можно, конечно. Подписывайтесь на Джефса ВГН. Так, давай, что, Надежда? Я Надежду выберу. Мне очень нравится это имя. А, да? И девушки с таким... А как? Куда это? Это что нажимать? Вот сюда? Не понимаю. Вот просто вот так, тын-тын пальцем, и все. А-а-а! Ой, ни хрена! Прикольно, да? Да, как будто я реально на пианино играю. А ты можешь помедленнее, например. Это же все-таки... Похуй, я быстро, я скорее смотрел. А может дед куда-то уехал, блядь? Дед охуел. Нихера себе, я тебя понесла, лёд, ты чё? Мне так нравится. Я не знаю, где здесь медленно, где быстро, поэтому я везде буду быстро. Ну, вообще, это можно бесконечно делать, если что. А, тут... Ну да. Куда я? Конец будет. Не, нажми, все, выйти. Главное, что дед подъехал. Манера твоей игры изменилась. Иногда конечно. Ты бываешь человечнее многих людей. Ага. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому ну, делать что, выбор. Да? Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Слушай, дед, он мудрые этот вещи говорит. Любит, и вы тоже слушайте. Все, Маркус, не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Встать. Встать, суд идет. Так. А теперь в стримерскую его вези. У него есть стримерская? Ну да, сейчас работать будет. А как ты думаешь, как все это заработает? Это же типа ты. Типа я, да. И куда, где? Вон там. Куда, где? Вот. Там же вообще ничего нет. В смысле, ты сейчас увидишь? Суета. Ты поняла, кто? Суета. Ну, художник. Ну да. Ой, какой. Ой. Что, у тебя вибрирует, что ли? Да. Хочешь подержать? Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Ну да, вибрирует. На. Зачем ты послушал? Ну как это, как звучит внутри? Как звучит вибрация? Да. Подойди. Снять чехол. А, это вот это. Это что такое чехол, блин? Как его снять? Ну, стрелка появилась. Оба! Это у меня хромакей, блядь, дома. Нифига. Да как ты надоел сверлить, козёл? А какой сегодня... А, сегодня вторник. Он сегодня может сверлить. А вам слышно на стриме, как сосед сверлит? Он перестал вроде. А, нет. Нет. Ебать, у него колесо отвалилось от коляски. А где дед? А, наверху. Дед уже там сидит. Нет, не слышно. Но это тихо. Просто сегодня утром было так громко, с ума сойти. Убраться, опять убираться. Да что, тут играть за уборщиков надо или что? Это мы начало всю игру игры. Убираться будем, это, что это, ли? Это просто а почему начало я игры? Начало игры полтора часа уже прохожу? Реально полтора часа. Ничего, сейчас капец, начнется. Я медленно. Блин. Как хорошо, что у нас времени еще немного. Иначе мы бы вообще, блин... Ну, было забавно, да. Если бы у нас было не так много времени, мы бы через 30 минут уже заканчивали. Да. Убрались там, убрались тут, все, давай. Симулятор женщин. Симулятор уборки. Там написали в чате симулятор женщин. Класс, знаю, блядь. Это смешно. И надеюсь, ничьи чувства женщины. Хотя сколько раз я вызывал клининг, всегда женщины приходили. Я попросила поздравить мою маму с днем рождения, а вы проигнорировали. С днем рождения твою маму! С днем рождения твою маму! Счастья, здоровья, крепкого, много денег.
Выпиваю стакан воды за ваше здоровье. Ну, тоже пить хочется. А тут можно на паузу поставить? И каков твой вердикт? Я бы сама отделала. Чем тебе вставать, если я могу встать? Спасибо. Тебе нравится картина, алё? Ой! Да, в этом... Бля, она же деда игнорит. Это что за неуважение? Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Чего вы пишете? Каждый мой день лишь приближает меня к смерти. Ну я! А я как могу цепляюсь за свои воды кисти. Подал. Ну труп. Там сидят такие, знаешь, мужики, которые типа, бля, иди да сама нахуй возьми. Не. Как у нас было. Как вот этот тен. Да-да-да. Такие же. Помогу. Грязные, немытые. Напиши что-нибудь. Пиво, бля. Помойтесь. Пиво, бля. Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Да, и чё? Я чистый, ща помылся. Молодец. Ты сейчас будешь это рисовать. Прям сама? Ну да. Тебе надо выбрать, что срисовать. Голову. А деда можно нарисовать? Я бы деда нарисовала. Подожди, ну вот статуя это не он? Нет, не он. Это просто голова. Я бы деда нарисовала. Ну че он? Ну вот, вот этой вот фигней. Какой? Ну. Ну. Но я так и делала! Я не знаю, как это работает. А это куда? Стрелочка. Ну налево, ты че? Она куда-то туда. Налево. Нет, она туда, это куда-то. Ух, нихуя ты нарисовала. Это идеальная копия реальности. Но цель. А вы умеете так рисовать? Воспроизвести реальность, я а умею. Интерпретировать ее, улучшить. Показать. Конечно. Давай как-нибудь стримим. Ну, того, как ты рисуешь. Никому не интересно. Я не смогу, этого не нет в моей программе. Давай, попытайся. Смотря кого рисовать. Вов перед тобой. Путина. А если не получится его нарисовать? Это меня забанят в стране. Сделай вот что, закрой глаза. Плюс политубежище. Поверь. Вообрази то, и чего не существует, усы. Что никогда не видел. Откуда у него усы? Теперь сосредоточься. Сделали специально. На своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Ну ладно. Ага. Ты глаза-то закрой. А, еще вот человечность. Так. Ага, гнев, комфорт, понимание. О, там надежда была, надо было надежду выбрать. Да ладно? Ну, опять оно через раз. Ты такой, ты давай, нет. Ой, ты что, сломал все? Не трогай. Ты все сломал. Все, оно само уберется. Ты все сломал. Ну да, я. Ну. Чё ты? Ладно, ща. Все, вот сейчас точно нормально будет. Суету навел, бывает. Ой. Любовь, ты что нарисовала? Руки в крови. Боже мой. Боже мой. Кто я нарисовала? Это реально. Я самый несмешной и тупой стример. Это правда, кстати. Привет, папа. Ого, ничего. Капец, вам сегодня не везет, но сегодня не ваш день. Это кто? Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? А? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, сейчас будет жесть. Слушай, я не помню. Мне деньги нужны. А как давно ты играл? Опять? Я же недавно назад. Давал тебе деньги. Сегодня? Как-то потратил. Я же 4 раза знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Ой, какой ужас. Извини. Мой ответ пошел нет. Нахуй. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Фига ты жесткая. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее?
Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. То мало ли что произойдет. Не, ладошки вспотели, я их протирала. Хватит. Еще даже ничего не произошло. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Какой ужас. Никогда не любил. Обидно, да? Угу. Обидно. Сейчас у деда приступ случится и умрет. Он вроде не умер. Ну ничего, ничего. Че? Опа. Что ж, поздравляю. Очередная сюжетная линия пройдена. Ага, очередная уборка. Обучение. Так, а сейчас у нас вроде Коннор. А, ну да. Это вибрирует. Опять? Тебе в итоге какой персонаж пока нравится больше всех? Не, за женщину. Как... То есть тебе понравилось убираться? Не, ну там... Типа, это что-то такое напряженное чувствуется. Тут пока ничего такого. О! Че? Ничего. Бар пришли. О! А, я понял, о чем ты. Та-та-да! Как просканировать? Есть такая пуса с лягушкой в руках. Мануалу поставить? Спасибо, ебалда, за 100 рублей. Это не он? Кальян заказывай. О, реально. В Калик приехали. Блин, а чё, прикиньте, кальянщик-робот. Он как бы он раскуривал кальян. Там одна затяжка. И все. Угу. Бля, какой. Какой? Крутой. С каких пор сюда андроидов пускают? Ой, так язык чешется, пипец. Маху почесались. Не надо. Сама почешу. Так, ищи детектива. А вот и он, кстати. Чего смотришь? Представься. Как? Ты с ним, кстати, аккуратно общайся. Вот тебе совет такой. Лейтенант Андерсон. Ты советчик. Мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайн. Ну-ка, бухой. Что это за... Участок, но там никто не знал. Короче, советую тебе с ним дружить. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету. Убирай слова. Ну что надо. Правильно. А че он бухает? Сегодня вечером вы получили дело. Жизнь у него тяжелая. Убийство. Совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не спойлери, сучара. Так я просто и совет даю, и все. Я же не говорю, что дальше. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Нормально ты дружишь. А чё? Да, ничего. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Что такое утиль? Знаете что? Что такое утиль? Позвольте вас угостить. Утиль, ну, типа, не знаю, яма. Бармен. Утилизация, пожалуйста. Куда скидывают говно. Видал, Джим, чудеса. Чё осулы пишете? Валяй двойной. А чё было? Не знаю. Чё осул? Чат. Ну забаньте, у меня модерация работает вообще, ничего. Тинвейв опять сидит. Ну у тебя Тинвейв сидит. Конечно, он всё сейчас сделает. Убийство, говоришь? Всего лишь достаточно было ему его напоить. Mm-hmm. Mm-hmm. О! Сейчас тебе надо будет опять ходить. Опять убираться? Нет. Слава улики Богу. Искать. Жди. Ну это поинтереснее, чем убираться. Терпеливо. Как потерпим. Скажете, это я люблю терпеть. О, видишь, ему понравилось, что ты терпишь. Что это значит? Ничего, машина выходит.
Джонс Дуглас, терпила. 16. Ну вы да. Подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Это я. И что? Зато я человек хороший. Ну да. Я тоже. Но хотя я даже не терплю. Ну ты не терпила. А что правильно? Так. Доступ андроидам сюда воспрещен. Нам нельзя это туда зайти. Это со мной. А, теперь можно. Это со мной. Подожди, здесь ты не понял. Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Нет, блин, дождь идет. Ясно. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? Хороший шум. У тебя теперь свой андроид. Я смешная. А, очень смешно. Выкладывай, что случилось. Ну вот, он даже сказал, что очень смешно. Я оценил. Я родин, чтобы сменить ракурс камеры. Что как? Вот я помню. Ну и нашел там труп. Тайминг. Ага, тайминг. Мне все интересно, что там за тайминг был тогда. Это еще ничего, это мы окна открыли. Че, опять был тайминг, что ли? Ну... Я сказала, я же смешная. Имя же, а он сказал, Карлос очень смешно. Ортиз. А, в игре? Нет, блин, в жизни. Есть судит. Фига себе, это. Кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто... Ва! Че? Красный лед. Наркотики. И сам он из дома особо не высовывался. Жертва употребляла наркотики. Че это жертва? В его случае он... Ой-ой-ой, а подожди, это что... Все, вот изучай улики. Тебе надо 10 улик обнаружить. Сейчас. Среди ночи дергать. Я поняла. Сейчас обнаружу. Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Че он все лежит? Вон там ну, лежит кухонный нож. Похоже, орудие. Это, кстати, неинтересно. Нет отпечатков пальцев. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Он тоже спешил. Он анализирует. Анализирует. Я пойду на... Да ё-моё! А что? Вот этого кента. А потом его. Ты сначала все улики найди. Если что, позовете меня. Ну вот что вот это? Что? Не понимаю. Вон тут... Да... Куда? Не понимаю. Вон, видишь, вон все эти там эти квадратики желтые. Да, они... Ой. И где они? Ну вот же они вокруг тебя. Ты чё? Они повсюду. Да я вижу, все. Не выпендривайся. Ну ладно. Так. Чего? Ой, там кто-то стоит. Где? О, реально. Какой-то чел из Звездных войн. А, это, наверное, они в костюмах просто таких. Ну возьми, ну что ты встал? Ну что он просто стоит и не... Вот. Куда я должна подойти? Уйди отсюда, он мешает мне. Вон была стрелочка. Да, только, ну... Вот. Все. Надо, видишь, ровно вставай. Ой, ни хрена. Кам. Кто? Кам. А, это вот эти роботы. Да. Кам. Те самые роботы. Линк. Че ты, блин, смотришь, Крис, а улики не прибавляются. Во, правильно, вот здесь их. Это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Ну что это? L1, L1. Красный лед. Все, ты улику нашла, теперь не умел оттянуться. Ой, стульчик. Аладдин. Это еще одна нумбрика была? Да. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Стой, стой, иди туда. Будет сделано, лейтенант. Нож. Ножа нет. Спиздили. И убили. Так, дальше. Потом просто в окно посмотрели. Он занят тебя. Я вижу. Да. Ой, нихуя.
что это тут такое? Хочешь полистать? Давай. Фига. Лучше людей? Ого. Понятно. Как это убрать? Ну вон, отмена. Я вижу. Так. Ну я вот это... А, это, подождите, не надо. Нет, не надо. Не, вон, вон. Что это? Бита. Ты куда ты пошел-то? Я ж тебе не туда говорю идти. Он идет все равно туда, куда не надо. Так. А теперь тебе надо ее изучить. Я сейчас разберусь сама. Ладно, ладно. Вот. О, нашла. А, я вообще залагала что-то. В чат засмотрелась. О! Ты в чат не смотри, я слежу. Если что. Застанила. Так, отстаньте. Бывает такое иногда. Бывает. Так, а теперь тебе надо последовательность запоминать, что происходило. Ой, это запоминать это... Это прям надо наизусть. Ой-ой-ой, куда я нажму? Ой. Ой. Ты чё? Оно дальше не идет. А, треугольничек надо нажать. Девиант взял нож. Так. Смотрите, что вы... Ага. Чё, туда не поворачивается? Ты запоминаешь, да? То есть на него напали? Ага. Диан взял нож. Ну, все, можно отсюда выходить. Так. Чё? Да, они просто записывают. Я знаю, блин, опять я к этому журналу иду. Я смотрю, тебе понравилось. Нет, просто я вижу штучку, она меня триггерит. Ой-ой-ой. Все, можно домой. До свидания. Все? Да нет, конечно. Просто здесь я не помню, но вроде тоже можно что-то смотреть. А, ну а, да. Вот грязь. ББ. Отпечаток подушек. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Угу. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет. Чё? На такой почве остались бы следы. Ничего, я не слышу. Тут очень давно никого не было. Кент съебался как-то, и никто не знает как. Вот ты сейчас и должна это понять, что произошло, когда он пропал. Так. Так. Там сколько тебе улик осталось? А, вот. Чего? Вот она улика. Вот да вот. Я вижу, ну я вижу. Ну и куда ты мимо-то прошла? В смысле мимо? Ну вот же, блин, ты лишь видишь, а сама мимо идешь. А где корни? Уж полчаса как долго. Л1. Все, я вижу. Засохшая кровь. 19 дней. Ого. Доедет он. Что еще нужно сделать? Осмотреть жертву, изучить. Уже скорая будет. Так, теперь вот сюда. Куда? Ну вот тут же всякие же. И опять этот журнал вонючий! Нет, в другую сторону. Туда, в коридор. Я. Ну, туда. Вот туда. Нет. Нет, он туда. Там тоже, наверное, нет. Давайте побыстрее. Нет, уже ночь тут торчать. Как будто у нее он коронавирусный. Нам всем охота свалить отсюда как можно раньше. А что здесь учить-то? Вот. А? Капец, тут все плохо. Уже все плохо. А что такое? Уже все плохо. Стрим плохо? У меня был пропуск кадров, кстати. F5, все норм. А, да, реально. И сейчас опять чуть-чуть. Ноль. Почему так? У тебя что-то с интернетом. И чат перестал работать. Все норм. Вроде все норм. Так, сейчас я зайду.
Алло. Алло, ребят, мы как вообще? Мы здесь? Замечательно. Нормально. Не, ну вроде норм. Алло. Ну там они пишут, что норм, а тут не работает. Не, у меня на телефоне тоже работает сумка. Ну чат не зайти сломался. Может, а как его обновить? Дай. Все, заработало. Да, нормально. Ну все, продолжай играть. Короче, сейчас будет, скорее всего, иногда подлагивать. Тут просто сейчас с интернетом фигня какая-то происходит. Да, опять упало. А почему? В смысле опять упало? Видишь, красный. Это может, надо спросить у твоего провайдера, еще какого хрена может, вообще. Может, нас тудосит? Да ну, откуда? Никто не знает, какой у тебя провайдер. Да, ты что ли сама не знаешь, какой у меня провайдер? А может, тем более, какой у тебя IP, я думаю, точно никто не знает. Все норм? Вроде пишут норм. Дианта тудосит. Я знаю. А, да? Ладно, давай, продолжаем. Чуть-чуть будет подлагивать, не обращайте внимания, короче. Чуть-чуть. Ну, это пройдет. Смотри, Джорд, все? Мы собрали все улики? Че? Теперь иди туда. Ты сказал, это что значит? Ну, типа нет. Мы же собрали все улики. У тебя 8 из 10. Ты что, считать не умеешь? Это по-твоему все? Давай выходи. Я ошиблась, я на другое смотрела. Туда. Я туда и хотела пойти. И потом еще вот кровь. Да. Ага. Так. Это еще одна улика? И последняя улика у тебя, да. Десятая. А где она? Вон туда. Это он тут мертвый, самый главный улик? Ну, наверное. Ты ничего не запоминала, правильно? Запоминала. Вот изучай теперь труп. Диан взял нож, и не ударил. Сколько ножевых ранений, офигеть. 28, да. 28, нас никто не слышит. Опять F. Ты заебал? Какого хрена? Даже не понимаю, почему ты. Так, а давай-ка я вот так попробую. Просто чат вырублю, может он провайдер не выдерживает. Чат? Ну да. Может, это сервера Твича? Или же чат убрал, все сразу заработал. А, нет. Может, сервер поменяю? Вряд ли это сервера Твича, подожди. А как это можно проверить? Сейчас. Ну, тут все норм. Кажется, это норм. У нас проблемы с провайдером, ребят. Чат пиздит. Да не-не-не, ну типа реально есть проблемы некоторые. Ладно, давай продолжаем. Ну, вроде норм. Ну вот сейчас вроде да, нормально. Поэтому можешь играть спокойно. Как у него пузо страшное. Фу. Так, рука. Отпечатки пальцев. Ага. Красивый пишет. Красивая? Ты просто не шаришь в пузах. Ну, если честно, да, не особо. Чё? А. Чё, всё? Реконструировать? А теперь запоминай, что было. Треугольник. Дальше. Здесь жертва упала. Он возле дивана пизданулся. А, его ударили ножом. А тут что? Так, подожди. Двигались из кухни, его пизданули ножом, он ударился об диван, я отлетел к стене.
А он пытался отползти, и тут его зарезали. Чё, я все запомнила. Молодец, все, выходи. Ой, даже такой вонючий, не надо заклонять. 28 мухами, раз. Это, да, они роботы, все равно ничего. А они-то и он-то не роботы. Так, а теперь смотри, ты сейчас будешь с ним общаться и говорить последовательность. Выбирать. Чё, ага. И как было? Иди, говори с ним. Ну, встал и стоит. Лейтенант, думаю, я ну, понял, ну, давай сейчас проверим. Да, ну. Память. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. На кухне. Молодец. Это я. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида с ножом или с битой, я не с помню. Ножом, с ножом, молодец. Там просто бита. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. Ой, или с битой. С битой. Так, а про кого старый речь? Старый. Потом. Таблетки попей для памяти. Так я думал, говорит, андроид напал же с ножом на жертву. Кто жертва в данном случае? Я. Андроид убил жертву ножом. А я не помню. Андроид... Ударил жертву ножом. Ну... Андроид ударил жертву ножом. Вот теперь то правильно. Чё, сказать, что действует, всё правильно. Оборонялся. Ладно, что потом? Человек так побежал... В гостиную. В гостиную. 28 ударов ножом. А что вы пишете? Зачем? Это мем такой. Когда игра вышла, это был мем. Почему? А потом узнаешь. Он пытался убежать от андроида. Конечно, пытался. В целом похоже. Конечно. Андроид убил жертву ножом. Ножом. Найдешь сейчас. Ладно. Твоя версия не такая. Она не придумана. Знает, я не знаю. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден. Она не знает, битой, ребят, почему. И стал терять тириум. Кто что, что тириум терять? Тириум. Тириум — это он кровь. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, че? Но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Искать голубые следы крови. Теперь тебе надо найти следы этого, ну, вот, я вижу, андроида. Они тут по всей комнате. Нет. Ты что, не видишь, след идет вот так? Ну, я и говорю, что везде. Ага. Тропинка. Тропинка. Протоптанная, да? Да. Куда он пошел? Вон туда. Оба. Вон туда. Комод? Зачем? Тут что-то есть. Так, что это? Стена. Лестница. Ну ладно. Так, раздвигай. Там... Там стена. Там лестница. Там возле... стена. Возле стены. Ну, там... Лестница была. Была, но ее отпечаток нету. Но там же стена получается без лестницы. О, ни хрена, это мы куда-то сейчас залезем? Ну да, наверное. О, что это? Следы идут на чердак. Забраться на что я? Все, тебе надо лестницу теперь найти. Можно? Да. Куда? Че? Забраться тут на что-нибудь сказано. Ну, я думаю, тебе надо на... Да, я тоже так думаю. И взять что-нибудь там. Табуретку, например. Вот. Ну, типа... Чёрт! Мне камеры не... Эй, куда стул-то поволок? Надо. Тебя ебёт вообще. Я тут дела важные забираю. Ты, а, ты с ним общаешься? Нет, я с тобой. Так, надо мыть. Да, ты что, забыла, куда это? Да. Ну, в коридор, что да? Проверить. Чтобы залезть. Да я все помню. Стримерам привет. Чатик, спасибо большое. У меня рост. 1.30 м. Да. Я ниже, чем она. Он мне в попок дышит. На сантиметр.
Ты чё, офигел? Ты долго до неё дохуя. Я тебе говорила, что у меня проблемы. Это, ну... Я понял, да. Не, у меня 186. Че? Ты давай следи за игрой. А я что делаю? И что ты встал? Ой-ой-ой, тут страшно. Все такое темное. Хоррор. Да. А бывает хоррор на плойку? Естественно. Естественно. И что там происходит? Страшилки всякие. Монстры. О! Ты... Вот это вот. Скримеры. Так. Ты что, реально испугалась, что ли? Я думала, там человек настоящий, и я испугалась. Разыскать девиант. А, то есть он где-то здесь. Ну, следы ведут сюда. Никого. Пока что. Так. Бу! Ты меня не напугаешь, я не такая пугливая. Лёха. Здорово. Ну здорово. Чё делать с тобой? Я просто защищался. Он хотел меня убить. Расскажешь. Ну, пожалуйста. Все такие. Конор, чего ты ему не веришь? Мутишь наверху? Он же. Лейтенант, убийца. Он здесь! Андроид. Охренеть. Его хозяин Грил. А ну-ка, защищал. Дуйте сюда! Ты понимаешь, что вообще происходит в игре? Конечно. И что происходит, ну-ка? Над ними издеваются. Так, а с ними что происходит из-за этого? Они с ума сходят, у них сбой происходит в голове. А что за сбой? Что такое девиант вообще? Понятно. Я не знаю, что это такое. Девиант? Это роботы, роботы начинают чувствовать боль, понимаешь? И эмоции, как человек. То есть роботы превращаются в людей. Ага. Да. Не, ну я не знала, что это такое. Ну вот. Думала, они просто, ну, короче, защищаются. Понятно. Нет. Ты знаешь, чей это я? Мне нет. Ладно. О, мы снова тут. Тот. Ужин готов. Чего? Да я вспомнил, что да, сейчас да, будет. Иду. Ну ж, начинается интересное. Тут пока что ничего интересного. Да. Ради этого мы тут все и сидели. Телефон сломался. Давай. И чё? Куда он пиздил-то? Тебе еду надо вон туда. Ага. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Ёлки-палки. Макарошки. Делайте ставки, ребят. То есть, что почему не пишут Гайка Руина? Я же еще ничего не сделала. Ну они просто на будущее, возможно. Лишь бы похавать дальше. А чё? И чё? И чё? Ничего. Всё. Чё? Обслужи их, подойди к столу. Блять, они чё, сами салфетки взять не могут? Вот ведь жизнь. Нет, конечно. А зачем, если потерял есть робот, который всё сделал? Потерял работу из-за роботов. Он работает из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошёл и робота сраного купил. Оборжаться. Угу.
Конечно, андроиды ведь такие удобные. Ничего, он бубнит. Они не устают. Они херня. Не тебя реально похож. Не страдают. Я вообще не жалуюсь так на жизнь. Че, офигел? Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Так он не ставит. Не понял, блин. Пипец, она бубнит ну, вообще. Смотришь? Ты меня можешь забанить, кстати. Так. Чего вылупилась, спрашиваю? Че, офигел? Я тебя потом в реальной жизни тут. Мне нравится жить с папкой, ага. А? Хорошо. А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Угу. Она ж просто молчит. Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтером, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! Ой. А ну вернись. А ну вернись. А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Так. Это ясно, как день. Чего стоишь? Стоять здесь. Думаю, чтоб что не рыпалось в меня. А то вломлю посильнее, вот чем в тот раз. Стоять. Кто? Нет. Что? Не двигаться. Но тебе надо сопротивляться. Ты тоже девиант, понимаешь? У тебя сбой в голове. Ты у меня не только... Короче, ты не должна терпеть, давай. У меня не только в девианте сбой в голове. Чё? Да зажми. Ну я чё делаю? И держи. X. А, тут много раз там нажимаю. Ну, дай. Молодец. Всё, ты стала девиантом. Утихомирь Тодда. Да пошел. Ай. Взяла и свалила от меня, шлюха. Шлюха. Да осуждаю. Да как? Ты что, поднимайся по лестнице. Я ракурс поменять хотел. Ой, тут на время надо, да? Где эта девка? Наверное, у себя в комнате. Ой-ой-ой. Подойди к ней. Он идет! Он меня бить будет! Уходи! Беги! А то он тебя разобьет, как в прошлый раз! Убивайте Алиса. Пойдем со мной. Мама очень зол, Алиса! Очень зол! Спрятаться в другой комнате. Блять! Куда? Я не знаю! Спрятаться, спрятаться. Нам нужно в ту комнату, где было окно открыто. Ну? А как мне в нее туда попасть? Ну вот же, ты выбирай, где она. Ты забыла, где комната? Вон там. Блядь, ну... Ой. А ты что долго думаешь? Я дал тебе приказ. Нет, я вам не позволю. Ты не позволишь? Она моя! Не пишите, что я руина! Ой-ой-ой-ой! Нет! Ну... Нет! Я ей сейчас встану! Где он? Ну все, и закрылся? Давай, иди в комнату. Папа, не надо! Хватит! Это тебе папочка, полезно! Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите. Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Короче, сейчас тебе надо успевать чего? Нажимать. Чего? Просто ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Блять! Сосиси. Уёбок. Ой. Сосредоточься. Я не знаю, сложно. Иди сюда. Тут надо будет R еще нажимать, R2. Я вообще не знаю. Не отвлекайся.
Все, я руина, я все испортила. Не, пока все нормально. Нет, я руина. Нормально. Не надо, не трогай! Блять! Ой-ой-ой-ой, нет, ну не так! Блин. Отойди от нее! Ай! И ты будешь подчиняться! Ой-ой-ой, да я же успеваю нажимать! Ты иногда не надо кнопку. Я что, совсем что ли? Натур я мне. Он умер. Его не жалко. Да нет, живой. Все, ну бери эту девку и побежали. Че она ты стоишь на него смотришь? Похуй! Я бы ему еще вообще пнула его бы по голове и убежала. Убежать! Все. Вы... Блин, ну я не помню, куда. Вниз, вниз! Блин, вниз! Ну ч. Беги! Ааа! Блин! Чё? Ну я не успела! Ну! 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 Так, все, сосредоточься! Не надо! Палки-палки! Не нажимай постоянно, один раз нажал, все, жди следующую кнопку. Просто не некоторые кнопки много раз надо нажать. Да, она когда исчезает, все, можно... Все, мы все равно убежали. Вернитесь! Ага, тут куда бежать? Вперед, вперед. О! Поздравляю. А вы говорили ей сложность побольше поставить. Она тут-то с трудом справилась, алё. Не выпендривайся. Мне все вспотело. Ну, молодец еще. Да, только она вся побитая. Ну что, заживет. Регенерация тут есть, так что. Ну и что, как тебе? Напряжно. Вот такого теперь много будет. Мне убираться больше нравилось. Там медленно ходишь, так просто на кнопочки тыкаешь. Ну да, очень интересно, блин. Кэра и Алиса сбежали. Ну да. Ну, он мог тебя убить, кстати. Если что. Но он не убил. А могла ты его еще убить, кстати. О, да? Да. Это я бы его хотела убить. Так это чё, блин? Ну что, а чё он вонючий? Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз, осторожно, на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты. Это этот сбор, который на них осторожно играет Даша. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, бросьте. Плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Это тоже какая-то вот жизнь. Вот что, будет? Давай-ка выпьем. Ну, сейчас после увидишь. Я не готова. Мне... Ну как не готова? Ты же уже попробовала. Я от предыдущего научилась. Еще не отошла. Научилась. Не туда, не туда. Вон, в дверь. Оп. Оп-оп-оп. Ой-ой. Что я вот тут это карусель ему устроила? Гонки. Сейчас его стошнит, осторожно. Тихо. Едь давай. Деда угробишь еще до того, как что-то случится. Виски, как всегда. Виски. Ну, о, реально я, блядь. Знаете, что сказал бы доктор? Там, наверное, тот самый виски за 50 тысяч. Пошел к чертям. Уж в мои годы я подороже. Сам выберу, чем лечиться. Ну, в долларах имеется в виду. Ага. А, да? Суета. Фига у него тут. 4 бутылочки. Я бы его на его месте вот не пила бы, если честно. Он суетолог, ему а можно. А ты что, оставил свет? Да куда он еле двигается, уже все. Опа, кто здесь? Нет, я не оставлял. Ой-ой-ой. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Ага. Давай посмотрим. Да нет, давай потерпим. Да нет, надо посмотреть. Маркус, нет, я с тобой. Да сиди. Ты что, деда игноришь, блин? Да пусть старый сидит. Ладно. Что, за старым, что ли?
Пойдем возьмем старого. Ну обидно реально, ты его оставил, он там сидит, скучает. Но вдруг он сейчас его... Там и сын его? Я не знаю. А кто там был, я не знаю. Ой, не делай вид, что ты не знаешь. Реально, я забыл. 4 раза проходил, не знаю то. Вам тоже интересно, будут ли они да хватит, ну... после стрима? Конечно, все. Поцеловались бы, а потом... Что ты делаешь? Сказали, ты же не даешь, я возьму сам. Давай там. Есть придурки, Хесус, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь. Сейчас будет драка. Посоветуй, предупреди. Я оповестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Зря. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Так ладно, я он тебя не понял. Значит, нужно действовать как это твой по-жесткому. Довольно, ты... Пошел прочь! Да что в нем особенного, а? Чем он лучше? Просто следи. Лишнего не сделать. Давай, покажи себя! Да Фадис, снеси ему ебучку. Не защищайся, слышишь меня? А, ну, мы не же можем его защищаться. А мы же ну, можем его застыл? Убить. Ну что, меня? Ты человек, а? Ну давай! Я его хочу пиздануть. Пиздани его, ну! Стоишь, засал, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Ну. Чё? Я должен сам принять решение. Не защищаться. Конечно, я не хочу защищать. Я хочу защищаться. Пососи. Ломай. Ну да, так. Конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый охуел кусок пластика. Не трогай его. Вот что. Я тебя расхерачу. Сейчас я уйду с папой. Нет, я не буду терпеть. Ну, умер и умер. Сейчас еще у деда сердце остановится от приступа и все. Ладно. Ну я что, терпила, что ли? Лео. О, господи. Лео. Ладно, неприятно. Мальчик мой. Карл, я... А почему руина? Так не должно быть. Ну, нежелательно, естественно. Я ж тебе говорил, аккуратно. Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Блин. Спасайся. Блин. Молча уйдем. Уходи. Ой-ой-ой, блин. Быстро. Точно, мы же полицию вызвали. Ой, блин. Маркус, а ну стоять. А так бы дед умер, пишут. Мы деда спасли. Я уже не помню, кстати, как было бы, если оставить живых сына. Тогда бы дед умер, а мы деда спасли. А этого могут починить. У него... Кого починить? Ну, этого... Сына? Ну не сына. На сына похуй. На робота. То есть, если сына оставить живых, дед бы помер, да? А, ну тогда ладно, чем. Тогда твой ладно. Мотив? Не а вот сейчас мем будет с 28 Почему ударов. Ты схватился за нож? Тут тебе тоже надо быть сейчас. Все правильно делать. Короче, все, теперь уже началась игра. Долго сидел на чердаке? Да, я чувствую это. Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Ничего, он молчит. Короче, с меня хватит. Почему говорит? Ну, что у него спрашивают? На вопрос ответил. Ему обидно. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Так, я до туалета всегда скажу. Можно пока, слегка вломить. Пока не началось самое Тем жесткое. Более, ладно. Это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только Бэ-бэ. Повредите. И ничего Бэ-бэ. Не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Теперь так неудобно. Я мог бы его допросить. Сидеть одной?
Я вас всех стесняюсь. Вас так много. Ну, а что нам терять? Ну что, валяй, он весь да, твой. Да, вот это я, вот этот смайлик. Пошел, пошел. Добиться признания. Ага. Что с ним надо будет попиздеть. Да, давайте его изучим сначала. Так. Вероятность самоуничтожения. Тут можно самоуничтожение сделать? Это как суицид, только самоуничтожение? Да, нифига. Не, ну то, что он низко... Короче, заебись. Так, что тут еще есть? Ой-ой-ой-ой, капец, он порезался. Порезался! Или его порезали? Наверное, это его порезали. Следы горения об него, чтоб бычки тушили. Многократно, охуеть. Об него 16 месяцев бычки тушили, пиздец. Ой, жалко его. Ладно, тогда я его понимаю. Добиться оптимального уровня стресса. Ага. Давайте спросим его. Мое имя Конор. А твое? Скажи свое. Ой. 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 Ладно, давайте про раны спросим. Ты поврежден. Это твой хозяин? Хозяин. Тебя били? Обнадежить, утешить. Давайте утешим его. Слушай. Ты пережил большой стресс. Зачем? Но я нам не хочу необходимо давить. Понять, что произошло. Мы же должны В смысле? Ты заруинила уже? Нет. Слушай, я хочу ему помочь. Я тебе не враг. Я хочу помочь тебе. Они пишут, что нужно но давить. Если ты молчишь, а я не хочу на него давить. Сделать. Так, Щамин, ну ты не видишь, что ли, уровень стресса ты надо вот в этом уровне держать. Дави на него, пригрозить. Ты явно потому не что говорят, надо положение. Это... Так мне наоборот ты убил нужно, человека. Его... Надо держать если на одном уровне молчать, его стресс, тебя понимаешь? Точно разберут. Вот-вот, вот здесь его надо держать. Мы там вообще не держим, я туда даже не дошла. А что, все что ли, уже руина? Понятно, блин. Что они сделали? Я слишком долго писал. Они ведь уничтожат меня. Так. Сказать правду? А я не помню. Да. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты мне не сейчас надо дотянуть выбор, до того этого отрезка. В чем дело. Ты вижу. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Сказать правду. Мое назначение — ловить таких девиантов. Так. Интересно, сможешь, не сможешь дотянуть? Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Мне кажется, мне в итоге все умрут. Я не могу. Пока вроде никто не умер. Ты уже умер, этот... Да, это похер вообще. Выбрать линию поведения. Давай, дави. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, а вот и мем, кстати. Да? Это была ненависть? А в чем мем? Ну, типа, блин. Ой! Он был в крови. Умолял о пощаде. Но ты снова... Так, все, пока давить не надо больше. И снова наносил ему удары. Не надо. Не надо этого делать. Статься. Ладно. Ладно. С тобой все будет хорошо. А, нет, надо было еще чуть-чуть. Падла. Да, убедить. Угроза. Будешь молчать, и тебя вскроют, и будут ковыряться в твоих внутренностях. Да ему похуй будет, он же мертвый будет. Они тебя уничтожат. О, оптимально. Ты не понимаешь? Можно еще чуть-чуть надавить. Без различия. Угу. Ну ладно, молчи.
Мне-то какая разница? Ха, не меня обвиняют в убийстве, так? Давай предупредим. Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть! Ты слышал? Смерть! Ой, смотри, как идеально. Сейчас уже поосторожнее. Он мучил меня каждый день. Но сейчас нужно не душить его. Сейчас нужно его понять. Я выполнял все его приказы. А, ну ты... Но все. Ему всегда что-то не нравилось. Получилось. Ага. О, повезло, повезло. А чего пишешь, что руина, если я не руина? Он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Че это такое? Ну, спроси у него что-нибудь. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Терпел. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. Что такое Ра-9? Я не знаю. И тогда понял, что надо делать. Тебе надо будет выяснить, что это. Давай выясним. Эра-9. Надпись на стене ванной. А-а-а. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец. Осуждаем года. Подобное, естественно. Конец унижения. Конечно. И мы... Мы против этого и боремся. Хозяевами. Да. Да. Всю игру. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Чего вы смеетесь? Ради моего спасения. Ух, Тинвейв кого-то там забанил. Охуеть. О, зачем ты залез на чердак? Уроки сделал. Почему математику не убежал? Кончил делать. Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался. А чем они питаются? И спрятался. Они заряжаются? Да они, ну, они, да, скорее всего. Рейд. Дура, это дар. От кого? И дар вот, для кого? От кого? Р1. От секс-бомбы? А он на Твиче стримит? Да, давно уже. Лишь бомба, пять. Спасибо плюс 275 большое. Зрителей, вау. Спасибо. Сколько большое, бомбочка. Спасибо за рейд. Эра-9. Как у тебя дела? Кто это Эра-9? 5500, нормально. Ого! Они все на тебя пришли посмотреть. Это все. Да не, они пришли посмотреть на Коннора. Да, конечно. Если бы я одна играла, то меня никто не смотрел. Ага, конечно. Ты же будешь продолжать ее проходить. Да. Так. Что лучше, сосед или Детройт, блин, алё? Сосед. Ага. Так, что это? О, да не сосед все пишут. Да где все пишут Детройт? Другие, кто пишет сосед, они чисто по руху. Да. Так, сейчас тут не тоже смотри. Отстаньте. Чего застрял-то? Вмешайся. Ну ты чего? Почему? Ой! Охренеть. Ты что, блин, стерпела-то, алё? Я подумала, я другое хотела сделать! Просто игру ну это ладно, не ладно, что бывает. Это на что-то потом повлияет? Нет. Не, ну это бы повлияло, если бы ты вмешалась, ты бы спасла его. И твой напарник, как он, Хэнк, у него бы отношение к тебе бы улучшилось. Это нельзя переиграть. Забей, ну. Это не настолько важно. Не... Я хотела вмешаться, но... А нет.
так нормально, ну. Мне его жалко. Да он всего лишь робот. Его починит и все. Его не починит. Починит. Нет. Да. Садги. Ты врёшь. Да не вру я. Тем более он сам это сделал. Почему не пишут, что ты врешь? Я? Да не вру я, блин. Там его потом можно будет это... Короче, не важно. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Кстати, обрати внимание, ты же сейчас играл за Коннора, который упал с крыши. Да, кстати. Ну, проснись. Я же говорю, чили. Иногда. Встать. Вставай. Чего вы пишете? Коннор украл башню Хесуса. Кого? У Коннора башня? Вы че? Там такая, типа, пародия на башне. Остаться здесь, в убежище. Ты не успел нажать, молодец. Он выберет первый вариант, да? Кто? Ну, короче, я бы все равно выгнали из автобуса. Ну, я понимаю, что мне не стоит. Все в порядке? На нее дождь капает. Хотя, мы найдем, где переночевать. Конечно. В борделе каком-нибудь. Так. Короче, вам сейчас надо найти место, где скрыться. Идем, Алиса, вон там кенты стоят. Ну давай, попробуем. А чё они просто стоят? Чё устали-то и же, стоим? Это же андроиды. Чё стоите? Здоров. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Ты чё, ебанутый? Пиздец. Охуел игнорить меня? А тут... Он просто ещё пока не девиант. Он обычный андроид. Бургер. Ну, бургер зон, наверное. О. Вон там штучки какие-то. Давай, иди туда. А вот тут тоже что-то есть. Ну, вперед, вперед. Ладно. По дороге. Так. Осмотреться теперь. Вон. Некомфортно, зато безопасно. Это как... туда пробраться. Ну тут есть несколько вариантов, где можно остаться. Я вижу. Еще вон там. Очень некомфортно, зато никто не увидит. Мне кажется, нам нужно туда, где нас никто не увидит. Но чтобы было, ну, хотя бы немножко комфортно. Где нахрен мне твой магазин? Открыто круглосуточно здесь спать нельзя. Просить о помощи. Ну ты думай, что ты выберешь. Я не знаю. Мне кажется, тут нас могут куда-нибудь отправить, в полицию какую-нибудь. И отправить потом обратно к Теду. Угу. Вот. Ну, я поэтому не знаю. Поэтому нам туда не надо. Надо вон туда. Мне кажется... А с той стороны посмотри, с другой. Вон туда? А, вот, да, точно. Комфортно, но можно попасться. Понадобятся деньги. У нас нет денег, и мы можем попасться. Значит, нам это тоже не подходит. Здесь остаться не мне. Ну и чё, какой ты вариант в итоге выбираешь? Я хочу вот сюда. Окей, тогда иди туда. Тодд. А не Тедд пишет. Ты куда пошла? Не знаю просто. Я ебу, как его зовут, похуй. Какой эти Алису, чё? А где он? Блять, съебалась. Блять, да не сахарный не растаешь, пойдем. У нас нет времени, я совсем замерзла. Ничего, не так. Нажми, не слышишь, ты за спиной. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Нахрен я смотрела все варианты, если мы Кента нашли. Он сейчас к себе отведет. Но это на другом конце города.
А нам нужно прямо сейчас. Просто тебе скажут, куда нужно идти потом. Ну тебе надо ночью где-то тут выбрать. Да на остановке посидели бы. Пойдем. Идем, Алиса. Ну все, все норм, погнали. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Пойдем. Так. А когда я жму на R2, это все на паузе стоит? Да. Прикольно. Тогда надо почаще сжать. Я хочу туда залезть. Ну да, сканировать место. Там хоть не комфортно, но и безопасно. Вот тут дырочка есть. Ай, нет. Брошенный дом. Ну хоть от дождя укроемся. Ну полезли. Кэра, мне тут не нравится. Нихуя, что на выебывается? Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. А с отцом ей нравится, который пиздит? Можно разрезать забор кусочками. Кусочками? А что там будет? Кусачки. А где ты их возьмешь? В магазине. Ага. Вон там. Но у тебя же нет денег. Блять. Тут можно натурой расплатиться? О, ну ты подойди к забору сначала, вдруг ты у тебя сразу получится. Ты же робот, может у тебя рука превратится в ножницы. Ты че, совсем дурак, что ли? Так ты же робот. У них крыльев-то нету, а тут можно разрезать забор кусочками. Кусочками, да. А где кусочки-то взять? Найти кусачки. Конечно, здесь где-то будут валяться кусачки. Ну, может он тут что-нибудь... Вот это что такое? Забор. Ну, подойди в магазин, чё. Ладно. Ладно, сейчас в магазине допиздимся. Укради. Спиздить? Вот сюда, ага. Может, жопа её раскусить. Зачем? Кто это написал? Тебе что, 10? Ну, войди же. Тут тепло. Ну, 10, но ты посмеялся. Ну да. А ты тоже посмеялся. Так. О, Кент сидит. Сейчас, Муси, можно попиздеть? Зачем? А он спит. Ну, надо его трогать. Одежду спизди. Да ну не, это не тут. Где? Ну вон. Ну желтый квадрат. Я вижу я. Все. И чё? И все сейчас. Мне не нравится, что мы будем воровать на фоне этого кента. Это да он же спит. Это же охранник, наверное. Это чел, который пришел одежду стирать, алё. Тогда похуй. Что ты делаешь? Это же чужой! А это его одежда, да? Ну, естественно. Тебе надо согреться, а мне. Я же тебе говорю, пришел стирать свою одежду. Ну это воровство. Мне не хочется воровать. Окей, ты сама решай, надо тебе это, нет? Давай, принимай решение. Ладно, спизди. Прости, Алиса, но нам придется. Хочешь жить, умей вертеться. Ну давай, бери. Он сейчас проснется. Да? Тихо, пожалуйста. Ой. Ну, он как силажик, его хера разбудишь. Что она хочет? У нее шапку хочет скрыть. А. Ой, как страшно. Ой-ой-ой! Блять. Сложно. Не знаю, ну три кнопки зажать сложно. Ты че? Да. Так. Может мы из магазина-то выйдем? Все. Он вообще умер, мне кажется. Сваливаем. Да нет, куда? К ней подойди. Я хотела свалить, чтобы... Прямо с этим ящиком, да? Ну.
Чего ты смеешься? Ну я так и представляю, блин, с ящиком сваливаешь. Очень удобно будет с ним ходить потом. Ну, можно... Ой, блин. Можно на голову надеть и сделать себе... Ящик? Шапку. Ну да, отличная идея. Ля какая. Все, все, уходим. Ой, читать? Да не надо ничего читать. Просто иди. Мы все равно некрасиво поступили. Ну и ладно. Хотя ничего, новую купят. Ничего с ним не случится. Так, теперь тебе кусочки нужны. Где их можно найти? Ну, подожди, тут что-то было же открыто. А ну-ка повернись туда. Вон. Там, там. Ага. И R2. Ну. Вон, видишь, там желтое было. Вон, вон. А-а-а. Сейчас чел подождем. Ой, не, подожди, не сюда. Стоп, 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 это не то место. Там мотель какой-то. Это, ну да. Что такое мотель? А я, кстати, не знаю, где эти кусочки. А что такое мотель? Ты не знаешь, что такое мотель? Ну, я знаю, что такое отель. Что такое... Ну, а мотель это как отель, только мотель. Почему в там Америке? Буква М есть? Ну, потому что это не как отель, но отель. Только немного по-другому. А что там не так? Ну, это дешевый вариант отеля, короче. Хостел у нас? Нет, не хостел. Только не урони, смотри. Это нормально. Ночь? А, дешевле. Вон там он что-то есть. Он что там? 24, это, наверное, магазин. Угу. Это магазин, да. Только я что-то сомневаюсь, что там эти кусочки лежат. А где они еще могут лежать? Я не помню, я реально вот это я уже не помню. Мне кажется, должно... О, жвачки! Магазин. Ура! Давай-ка зайдем. Тебе... И чего, и где? Надо согреться. Блядь. Сейчас разберемся. Вон, там что-то желтенькое. Чисто пить как пятерочка. Во! Чё? Чё, ничего, вон, я нашла. Ну, вон они. А, реально? О! Я же сказала. Так, и что? Ну, а дальше? Походу, придется пиздеть с кассиром. Да, и потом завзять кусачки. Спизди? А как просто взять? Не-не, подойди к нему, пока никак. Но я пока не могу. Ну подойди к этому кассиру. Воруй. Вообще тебе говорят, что есть несколько их этих кусачек. То есть не только в магазине. Они могут быть в другом месте еще. Например, где? Я не помню. Ты помнишь? Я реально не помню. Я другим вариантом проходил игру. У машины? У Алису попроси отвлечь, парковка, где машина. Давайте пойдем лучше туда, тогда я не хочу в магазине с этим кентом пиздеть. Он нас даст потом. Пошел он нахуй. Так, а машина где? Вот велосипед вижу. Но это не машина. А ну-ка поверни голову. Куда? Вон. А там что, машина? Ну вроде. О, пожарный гидрант. Так, а он тут вот при чем? Ёпрст. Ты просто типа знаешь, что это пожарный гидрант, да? Прикольно. Ну, в смысле, почему у нас таких нет в России? Интересно. Потому что у нас все по-другому сделано. Ты знаешь вообще, что такое пожарный гидрант? И для чего он? Пожары тушить. Ты что, испугался? Я нет, я посмеялась просто. Мы такие воришки. Так. Вот машина. А, нифига. Так, здесь, да? Ну, машина. Там... Что-то вроде лежит. Брошенная. Так, сейчас мы посмотрим, тут их. Вон там. Слева?
Я не знаю, где эти правые деревья. Тут, наверное, лежат. Наверное, да. Ага, Кать. А, да, вон. Да. Ну все, получается. Ты можешь или в машине остаться, или вернуться туда, к забору, и... И все. Если честно, сидеть в разбитой машине не очень хочется. Ну, кстати, это тот самый дом, ты можешь тут просто зайти. А где эта наша мелка? Сбежала. Че, реально? Да нет, просто забор. Она где? Да, найдется. Да мы так сейчас всю ночь здесь пролазим. Срезать. Давай. Угу. Прикольно. О! Это она там сзади стоит? Не, это монстр какой-то. Напугалась, что это какой-то чел, у которого мы одежду спиздили. Ага, вернулся, вышел, чтобы вернуть одежду. Я реально так думала. Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Так. Давай, давай, давай. У-у-у. Ты чё, ей 5 лет? Чё, не бойся, мы просто посмотрим. Да я имею в виду, куртка у нее классная, алё. Не зря своровали куртку, блин, прикольная куртка. Пробраться внутрь. Давай, иди. Иду. А ты был в этом доме? Конечно. Да? Да. Ну, это, кстати, самый интересный вроде вариант. То есть нас здесь найдут, да? Не помню. Да куда ты? Ой. Там же дверь. Похуй. Просто идет мимо, отрывает, блядь. Ну можно пора побыстрее залезть. Сейчас там бомжи сидят. Подружимся. Кошек едят. О, Алис пропала. Алиса? Блядь, куда она нахуй убежала? Иди ищи. Ну, обратно. Я понимаю, что обратно. Стой, что ты делаешь? Чужие. Райк чужих не любит совсем. Чужие обижают. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Больной какой-то. Вот что они чужие сделали. Чужие все больные. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, над ним люди издевались. Ну что, верно? Слушай, нам очень нужна помощь. Пусти нас, будь милосерден. Простите, Ральфа. Это он, Ральф? Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. И чего он не починится? Он так боится, что люди его найдут. А, он тоже кого-то убил? Вы оставайтесь. Да нет. Ральф не обидит. А может быть, убил. Хорошо. Мы переночуем. Идем! Какая-то у него странная рана. Ну, давайте! Ну вот сюда. И посмотрим, что будет. Ральф убежал и тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Ральф всегда от них прячется. Мне кажется, он искренне рад нас видеть. Ну, вроде да. Пока у него нет страха, он нормальный. Но потом у него может появиться страх. Можете быть как дома. Мне кажется, он просто немного того. Ральф в другую комнату пойдет. Ну да. Он бы с вами остался. Но у него дела. Какие еще у него дела? Просто до утра переждем. А завтра найдем видели, что-нибудь. Да? Нет? Ну тут некоторые похожи друг на друга, они же копии делают. Тебе надо поспать. Суетолог Ральф. Дрочите. Посиди, я разведу огонь. Чего пишете? Дрочить пошел? А.
Алло, он робот? У него даже писюна нет, скорее всего. Он же не для этих создан. Сделать постель для Алисы, разжечь огонь. О, это мое любимое. Опять просто ходить, убираться. Ё-моё. Чё это? Найти спички. Разобрать растопку. Ну, это растопка, я так понимаю. Да, давай. Работай теперь. Так. Ай. Так. О, нифига, мы сейчас камин зажжём. Ты спички нашла? Нет. Сейчас найду. Так. Нам нужно... О, тут что-то. А, это зажжёшь растопка. Тут еще, если что, есть второй этаж. Эти спички. Ну, тут еще всякие желтенькие штучки валяются. Вон там что это? Это дверь. Там просто это дверь. Выход? Ну, там да. Тоже горит оранжевым. Вон там что-то можно взять. А, это одеяло и подушки. У тебя тоже нет, но ты же дрочь. А, Тим Вейв написал. Ну, у тебя хороший модератор. Ну, не обращай внимания. Он просто школьник. Да, я понял. Так, он прям второй этаж. Ральф Кусан, мой любимый перс. Так. Ой, иди здесь, второй этаж. Вот. Все. Подожди, а зачем ты с тем, что взяла, пошла на второй этаж? Ты оставь внизу. Ладно. Я сразу пришла бы с одеялом и спичками. Просто я не знаю, куда это положить. Вот. А. Норм. А что у него, что ли, тут кровати нет? А теперь вот на второй этаж. Надеюсь, там нас не встретит он с спичкой в руке. Но он же в комнату ушел. Кстати, ты зайди в комнату, смотри, что он делает. А так можно? Это вот эта комната? Ну, вроде. Ага, видишь, он все стены изрисовал. Я же говорю, ёбан. Хоть не дрочит. Ладно. Слушай, да лучше дрочил, наверное. Давай к нему не пойдем потом. Я не хочу его отвлекать. Мы его сейчас напугаем, и он с ума сойдет. Да где лестница? Не понимаю. А, вон, ну туда. Ну иди, куда ты встала? Ну чё ты не идешь? Ну иди! Ты чё? Она сама. Ты идешь в стол и спрашиваешь, почему она не идет. Ну пусть она что, не может обойти его. Да что, не умная, что ли? Ну давай. А, так это тебе, ты же ему, ей управляешь. Ну я не очень умная. И чё? Так, есть что? Ничего нет. Ну ты зайди, зайди. Не думаю, что спички будут в ванне лежать. Подойди к Ване. Иду. Отдерни эту хрень. Ой, там сейчас бабомж сидит. Бабомж? Бабабуй. Не, ее нельзя дернуть. А что, нельзя? Не-не-не, ну подожди, как нельзя? Ну вот. А там... реально нельзя. Там что-то. Видимо, торчит. И не нужно было на второй этаж. Да. А Боба? Так, а в этой комнате? Тут вообще ничего нет. Ну окей, тогда вниз спускайся. Ладно. Реально? Ну да. Мне да. Просто так сюда. А что тебе осталось найти, ну-ка? Спички. Ну спички. Ну они внизу где-то лежат. Должны быть где-то на кухне, наверное. Так, просканируй. Ну вот что-то там еще, видишь, две штуки. Да, вот. Может они на камине, кстати, лежат. Слушай, звучит логично. А, о. Ну вот же они. Эй, ты не это сделала. Ладно. А, вот, все. Все правильно я сделала. Так прикольно, что просто нужно так провести, и оно работает. Можешь нажать. Ну, да. Сенсорный, как на телефоне. Сенсорный. Да. Что-то как дед. Сенсор. А как? Сенсорный. 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 Так, что нам нужно делать? Присмотреть за Алисой, разместиться... Чё? На ночь. Так. А и поговорим с ней.
Вижу, говорят, вообще-то правильно сенсорный. Почему я все правильно меня говорю. Не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Угу. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Грустно. Поэтому он всегда так злился. Да что ты улыбаешься? Да я просто на час смотрю. Хотела жить, как они все. Тоже плачут. Сейчас смеешься. Чтобы он любил. Дети тоже плачут. Да они сами сидят там, улыбаются и грустный смайлик отправляют с улыбкой жить? На лице, блин. Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Подожди, мы до скольки стримим? Обещай, что не уйдешь. Я не знаю, посмотри в то, что написали. Либо до пяти, либо до пяти. Либо до пяти, либо до пяти. Обещаю. До 5:30, не говорила. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Что там происходит? Ничего. Аккуратно, диалоги ты выбирай. Я ее успокаивала. Уже ее успокоить нужно. Ну, до 5:30. У нас еще полчаса есть. Может, даже что-то успеем еще сделать. В игре. Надеюсь, я норм чувствую. Надо поспать. Спать. Где нет. Можешь лечь на кровать. А, да? Я одна сейчас, поиграю. Давай через 30 минут. Кстати, спокойной ночи. Ой, блин. А, нет. Что? Ладно, ничего, потом скажу. Прилечь рядом с Алисой. Нормально. Это мы после стрима. Конечно. Шло шиперы, все. Они же роботы. Ой, она же робот, точнее. Какого хрена? Ну как спать? Робот спит. Она просто ее типа, ну как... Просто по приколу с ней рядом легла. Она спать не хочет, но по приколу легла. Так, ну... Ну-ка, стой. Чего? Дай. Видишь, что тут можно было сделать? Сколько вариантов. Угу. На. Это если бы... Вот мне... Нажми продолжить. Сейчас мне интересно, это... Если бы мы пошли в магазин, тут бы совсем другое было. Ну да. Как и хорошо, там тоже мы... еще два варианта других. Как хорошо, что мы туда не пошли. А кто его знает? Так, это чё? А, ой, бля, сейчас немного душновато будет. Да. Давай, нажимай. Ой, да-да, нажимай. Знаешь, кто это? Нет. Не знаешь, кто это? Не узнаешь? Если честно, не очень вижу, кто это. Темнофоров. Ты чё? А, это этот? Ой-ой-ой. Он страшный. Ты поняла, кто это? Ну, который застрелился. Да? Нет? Чё? Ну, типа. Ну, которого мы допрашивали. Нет, это не он? Нет. Ну, ты чё? Ну, который с дедом был. В него же полиция выстрелила. И они у нас валку роботов выкинули. Ты чё? Ну, они все поодинаковые, блин. Ничего себе одинаковые. Два абсолютно разных робота. Это Маркус. Ну, можете стрелка показывает, куда. Проще простого. А я без нее играл. Осуждаю. Чего там осуждаете-то? А почему тут красным горит? Просто так. Она меняет цвет. Хуя. Заменить ноги. Стой. Чё? R1. Гоу, тесты, ты... Не, давайте тесты мы в следующий раз. Вот, мы успеем и тесты пройти. Какой смысл под конец стрима начинать? Чё, первый раз?
Следующий раз тест. Завтра. Да. Через год. Ну или через год. Ой. Снимай ногу. Ну ты чё? Сложно. Мне мозг не успевает думать и отдавать команды рукам. Оба новую ногу вставил. Так, теперь левую ногу надо. Теперь злой буд. Даш, а где ты такого андроида нашла, который сзади сидит? Он такой милый. Да не знаю. Давай его оставим. Так точно. Хочется посмотреть, подобрала какие функции он может делать. Ты че? Че мы ел? Я, как и он, на помойке лежал просто на свалке. Ты че, то есть? Когда вы будете спать? После стрима. Да, ну... Мне потом по делам надо съездить, потом уже, как бы, ночью. Мне тоже по делам. Тебе в зал? Ты пойдешь в зал, серьезно? Нет, не серьезно. Ну, он, правда, мне тренер, что-то мне игнорит. Ого. Хороший тренер. Ну вот, а потом спать. В муте, я. Он просто тренирует ее терпимость. Он еще не знает, что терпимость уже натренирована. Максимально. Это вот ты про это говорил, что будет душновато? Ну да, ну тут ты ходишь, просто собираешь запчасти себе. Сейчас 20 минут запчасти будем собирать. Все, мы встали и можем ходить. Да. Все, иди. Просканируй. А я что делаю? А, ну просто иди вперед, короче. Сейчас надо просто вперед идти. Осторожно, играем. Кинтик лежит. О! Вот так и знала, что он какой-то странный. Где наши свободные? Найди Иерихон! Найди Иерихон! Это что значит? Найди Иерихон. Ну ты потом, если будешь играть, поймешь, что это такое. И сейчас только чисто, наверное, разок решил поиграть. Кто тебя знает? Иди, чё? Давай, у него дырка. У кого? У него. Не очень ходить, когда у тебя дырка в спине. Хорошо, что хоть в спине. Чё вы пишете? Ой-ой, треугольник. Блять, где нахуй? Понятно, нашла новые ноги, сейчас опять развалится. Ну, у меня проблемы. Мне сложно запомнить, где здесь треугольник, где здесь что. Блять, что за восстание роботов? Ты мне ошибку сказал. Ты еще ничего не сделала, все нормально. Ты же встала, все хорошо. Сканируй. Ну, короче, туда. Мне кажется, скан не работает туда. Да. А, вот. Нет, подожди, тут вот что-то есть. Так, ну-ка сейчас. Давай еще минут 10 поиграем. Угу. Закончим. Ну ладно. Как раз пройдем эту главу, интересно. Да. Ты. А кто постоянно стримит? Shadow Kek? Ну, написано, что да, он. Надо ему написать, что он пораньше подрубил. А че ты? Ничего, ну. Туалет хочешь? Нет. Просто потом, чтобы он был готов, если что. Не, ну чтобы... Ой-ой-ой-ой. Чтобы мы успели по своим делам все. А, я понял. Не, я-то не опаздываю, если что. Блять, не вернулись. Гандон. Он подножку не поставил. Сканируй. У нас не работает эта штука. Ой. Тебе, короче, надо к трупам подходить. Вон труп. Да я вижу. Я поняла. Давай. Совместимо. Все, вытаскивай. Это мы что сейчас вытащим?
Скорее всего, как раз таки тот самый сканер. Я андроид AG700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Ты зажми. Привет. Я андроид AG700. Обнаружен в бой моей. А, нет, ты глаз у него взял. А, ну сейчас тогда и будет сканировать, скорее всего. Логично. Опа. О! Теперь он раз... Разноцветные глаза, да? Это я и хотела сказать. Разноглазые. А он туда вперёд. Найти регулятор насоса. И слух. Угу. А, ну здесь реально неинтересно. Просто копаться в мусоре. А, как обычно. Пол игры просто убирались. Я привык. У меня в квартире тоже все. А, куда ты? Ты не туда. Это гора. А тебе надо кто? Да я вижу, вон, штучки. Не знаю, просто уже... Несовместимо. Игра громкая. Да это не игра громкая, это глава такая. Вот, подойди к ним. Вот, звуковой процессор. Замечательно. Блять. Ты сразу... Наушники не уронил. И чё ударился? А сейчас, кстати, как еще громче будет. Да. Ты сейчас уши починишь. А. Сейчас такая жопа будет. Да. Плюс уши, ага. Готовьте свои уши. У него плюс уши, а у вас минус уши. И у тебя, кстати. Я в таких наушниках сижу, что я почти ничего не слышу. Так что мне норм. Регулятор насоса. Да. Вон. О! Совместимо. Ну чё, ребята, как звук? Ты услышал? Всё, это вроде последний, можно залезать на пол. Нормально? Я думаю, плохо. До сих пор не помню, где R1. А, не, нормально. Я все норм. Все под контролем. Ага. Вставляй. Че ты? Чё? Сказал и улыбаешься. Смешно. Ну ты, конечно, не смешной. Моя любимая игра, мои любимые стримеры. А, с днем рождения. Как раз. С днем рождения, только не успел прочитать никнейм. Я тоже не успела, но все равно спасибо большое. Днем рождения, счастья, здоровья, денег. Так, все, давай, надо выбирать. Все, наверх, да? Да. И че он встал? Так ты иди. Обходи мусор. Ну, давай, полез. Сейчас тебе надо успевать там. Зажимать там всякие. А я предупредил. Конечно, ты 4 раза в эту игру играл. Давай, полез. Ой, ой, блядь, где треугольник? Уа. Ага, неплохо. Да вообще, я почти с первого раза Ой-ой-ой-ой-ой! Блядь, я успела, да? Да. Ура! Наконец-то вылезу из грязи. Теперь бы помыться. Хотя, ничего, ладно. Так, а ну-ка. Когда вышел из ТикТока. Интересно, что-то у меня в ТикТоке. 100 000 пока. Всего лишь. Всего лишь? Офигело вообще, блин. Всего лишь, блин. Ладно, я рассчитывал на самом деле настолько.
всего лишь. Так что если будет лучше, то будет... Ой, что сделал? Ну, оторвать. Что он себе сделал? Чип отрывать надо. Ой, рулеточка. Крутите барабан. Ну, опять вам не повезло. Капец, не, сегодня пацаны не ваш день. А что он... Ну, чтобы не было видно, чтобы люди не видели, что он андроид. А ему плохо от этого не станет? Да нет. Вот как прыщ выдавить, тебе же плохо не станет. Станет. Смотря какой прыщ еще. По-любому есть прыщи, от которых умирали. Есть не такие, не знаю, прыщи, в которых личинки. В коровах такое есть. Мне бабушка рассказывала где-то. Коровы? Заводится. Я не знаю, как они называются, но... Они, ну, короче... Ну, ты же не корова. Поэтому тебе это не грозит, наверное. Ура, мы прошли эту главу. А что дальше, кстати, не помню. Вроде как за Коннора. Что, мы еще попробуем, продолжим? Ну... А ты Шадоукеку написал? Я? А что, он сам не в состоянии, что ли? А что он тебе-то должен писать? Он же вообще не знает. Ну, ты нажми продолжить, интересно, что там дальше будет, какая глава. Давай еще. А, ну... Ну да. Смотри, какую он мне жабу скинул. И зачем? Просто так? По рофлу. Так. Разыскать Аманду. Аманду. Ты её посмеялся, это не смешно. Аманда? Я её так же называл просто. А. Ещё со старой шутки посмеялся. Ну, я вспомнил, да. Прикольно было. А где чё? Это Аманда? А, вон она. Там. А вообще, подожди. Обернись, нажми R2. Просканируй местность. Так я уже смотри это сделал. Вокруг. Ты вон там стоит. Нет, ты... Чего? Вокруг. Ну, а я что сделал? Я уже смотрела. Оглянись назад, вот. Что там, ничего? Духи с тобою связаться хотят. Вот сюда иди. Что это такое? Ну ты подойди. Выйди. Там ничего нет. Ну, подойди. Камень. Это я. Нет, вот камень. И ты должна каждый раз в этой локации его находить и нажимать. И не спрашивай зачем. Он ответит. Нет. Это вообще какая-то фигня. Жми. Уведомление выключу. Это не обязательно. Ну, это желательно, это повлияет на... А зачем? На концовку. Кое-как. Ну, короче, потом увидишь, если будешь проходить. Ты говоришь, как будто не веришь в то, что я буду потом играть. Ну, я не знаю. А сколько? Я много прошла? Сколько еще часов примерно? Фу. Ну, я думаю, часов 8 еще. 7. Так ты говорила, что ее, в принципе, можно всю за 7-8 часов провести. А мы. Ну, слушай, ну ты же не быстро играешь тоже. Значит, куда идешь сейчас? К женщине этой. Ты ее потеряла. Где она? Ты сейчас кругами будешь ходить. Вон же тропинка к ней. Ты мимо прошла. Поэтому я говорю, что тебе еще, наверное, часов 25. Это у меня вообще спидран. Ты Асу. Еще быстро. Че, Асу, это. Ничего такого. Кто? Кто, да. кто? Никто. Ну где Аманда? А, вон она. Аманда. Это вообще кто? Говори. Че она сама к нам не подошла? ЧСВ. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Здорово. Поздравляю тебя, Коннор. О, повезло, повезло. Найти Девианта было очень непросто. И его допрос ты провел очень грамотно. Какая-то она, сука, мне кажется. Я очень тобой довольна, Коннор. Ну, на лице все написано. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Покажи Twitch-канал Коннора. Это даст нам ценную информацию. Что там показывают? Этот Коннор на Твиче стримит, вот этот чувак. Допрос был очень... Он даже на мой канал заходил. Не проскажешь.
И он реально заходил на мой канал. Типа его подписчики попросили мне рейд дать, он зашел, но рейд не дал. Че, ты все прослушала, да? Были налицо. Когнитивная нестабильность, тебя непредсказуемое просто. Поведение и, конечно, эмуляция эмоций. Это правда? И да. Даже страх смерти. Модель явно. Да я не понимаю, когда ты шутишь, да когда. Да ну не... это правда, это актер, это лейтенант реальный человек. Андерсон что. Был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Это не шутка, это ладно. Кто? Ты слушай, что тебе бабуля говорит. Да ты вот одно ухо просто... Но... А, все, я у молчу. У меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. Так, к сожалению, нам придется с ним работать. А Хэнк, каким Хэнк. Будет оптимальный подход? Дружба. Я постараюсь наладить с ним дружеские Они отношения. Что, какие-то Если добьюсь нехорошие его доверия, вещи замышляют? Это поможет расследованию. Кто? Они. Все больше андроидов демонстрируют признаки. Ты играешь за Коннора. Их ну, выпущено что, несколько Коннор? Миллионов. Он находит девиантов. Если они найдут исповиновение, я понимаю последствия это, будут ужасные. И они хотят остановить девиантов, понимаешь, роботов, которые стали типа людьми. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Mm. Вы можете на меня положиться. Это хорошо или плохо? Ты уж сама думай, хорошо это или плохо, что они против этих девиантов. Торопись, Коннор. Верно, времени плохо. Мало. Угу. Блять, так сложно. А что сложно-то? Нет, ну это же все потом на будущее повлияет. 3 часа играет. Да я... Нет. Отстаньте. Мне нужно 5 часов поиграть, и тогда я все пойму. А сколько ты первый раз играл? Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? 10, наверное. Да. Думать больно. Тебя не болит голова, когда ты думаешь? Нет. Тебя болит? Лейтенант еще не пришел. Не, ну бывает, когда слишком много думаешь, потом. У меня такого, в голове напряжение. У меня такого не бывает. Ну ты много не думаешь просто. Я это. Это была шутка, типа. Мог бы не говорить. Ты... Не, я думал, у тебя не бывает то, что голова потом болит. Вебку перемести, в смысле, зачем? Зачем ее перемещать? Куда? Я не знаю. Чего? Самое время переместить вебку под конец стрима. Да. Найди стол лейтенанта Андерсона. У тебя просто шок. Ты успокойся. О, повезло, повезло. Эй. А ты на одном стриме играл или на нескольких? Ну, 2 стрима у меня было по этой игре. Меня... За 2 стрима я прошел игру. У меня будет 10. Или за 3. Может, ну, 2-3 стрима где-то. Форма. Так, и что это? Отношения влияния не видно? А, кстати. А что вы только сейчас-то сказали? О! Хуйло это! О! Нормально, отсылочка. Так. Ну, он пришел, видишь, у него же спиздили дочь. Жалуется на тебя. Где стол этого? Ну, ты что, ты прошла уже. Там он был. Вот несколько столов, тебе надо понять, где именно его. Просто я подхожу, мне ничего не пишет. А, то есть ты хочешь, чтобы прям сразу все тебе, да? Ну вот ты проверь стол. И что это? Пустой. Вон, Андерсон написан. А нам что нужно? Андерсон. Ты знаешь, писатель такой. А, серьезно? Сказки пишет. Писал, уже не пишет. Я что-то не слышал о таком, я только Пушкина знаю. Что, ты не знаешь Ханк? Крестьян? Ханк? Он как-то там Хан. Простите. Ганс. Какое время обычно Крестьян... приходит лейтенант Андерс? Ну, Хэнк, короче, я понял. Крестьян Андерсон. Он писал сказки всякие. Спасибо. Там горшочек, про горшочек я помню сказку. Который горшочек не вари. Ты... Интересная сказка. Там... Подожди, ты чё села? Нихуя не знаю. Чё ты присела? Давай, вставай. И изучай стол Хэнка. Я уже так... Да куда ты, блин? Куда? Туда, вперед. И сюда. И вот к столу. Вот давай, изучи. Да просто кнопочка появилась, я нажала. Криштиану Роналду.
Опа, пончики. Ой, я бы сейчас поела. Я давно заметил, что ты голодный. Как? У тебя живот. Ой. Так, 8 улик. Кепка. Замечательные улики. Ну, вообще тут пригодится потом. Наличие кепки у него на столе? Да. Ну, значит, он увлекается какой-то спортивной игрой. Значит, он гей. А, ну, возможно, это тоже. Тут у меня есть такие? Коннор. Он гей? Робот гей. Правда? Ну ты, да. Ты рофлишь. Ну ты посмотри на него. Хватит издеваться надо мной. Нет такого. О! Рад вас видеть, лейтенант. Здорово! О, господи. Мне кажется, он не обрадуется, что мы... Иди-ка сюда! Он не узнает. Копались на столе. Что, утек мне, кстати, не отвечает. Может, он умер? Или спит? Ну, это его проблема. Замечательно. Чего ты взяла этот журнал? Не знаю. Ребенка. О, там Россия была. Ура, Россия. А что нам делать-то надо вообще? А, ну, а где Хэнк вообще? Осмотреть полицейский участок нам нужно. Ну, то есть все посмотреть. Слушать нажми. Вон, слушать. Я вижу. Ну, тут что мы послушаем? Музыку? Сейчас узнаем, что он слушает. Там сейчас какой-нибудь Моргенштерн. Не, это нормальный, хороший человек. Там рок. Кто хороший человек? Хэнк. Сейчас слушаешь то, что слушает Хэнк. Я понимаю. Я же не совсем... Ты можешь пойти подслушать, о чем говорит Хэнк. Сейчас. А где он? Вон там? Вон. Ты некрасиво подслушивать. Нормально. Подойди к зеркалу и нажми L1. Было там. Красиво? Нет, это некрасиво. Вы чё? Я не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Чё? Ну слушай. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими грёбаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроидов. И он ушел из кадра. Это революционный прототип. И повезло. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен. Не нужен мне напарник. Уж особенно пластмассовый урод. Мне кажется, тут ничего-то интересного. Давай-ка не испытывай мое терпение. Я так не делал просто. Пофиг. Пиздят, ругаются. Ну ладно. Тут только один значочек. Меня слушай. Как понять, осмотреть? Что еще здесь можно посмотреть? Ну вон там квадратик желтый. Это то, что я взяла, там Россия еще. А. Ну тогда все, надо ждать, пока этот. Ой, блядь. Он мне из рук вырывается. Когда, короче, Хэнк вернется. Ё-моё. Блядь. Че ты туда-сюда ходишь? Я хочу подойти в журнал. Хочешь почитать про Россию? О, Путин. Российский президент ответил на предупреждение Урура. Понятно, тут ничего нет. Но почему оно светится? Меня это напрягает. Просто, чтобы ты прочитал. И что, просто походить? Да я не нажимала, он сам взял! Ну ему хочется про Россию что-то узнать. Где Путин? Где Путин? А все, это 38-й год, ребят. Говорить с Хэнком. Там Иванов будет президентом. А все, Хэнк вернулся. А где он? А вон сел за стол. А, все вижу. На время потянуть надо было просто. Хорошо, что он не увидел, как мы подслушиваем за ним. То нам же нельзя с ним понимающе. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобство, лейтенант. А это не всегда хорошо. Я приношу вам за это свои извинения. Да. Угу. А в жизни обычно всегда хорошо. Напарники. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Все, теперь не подвизываемся. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Вот, садись. Ч
Сюда вот? Да ты чё, ну он же, вот сюда. Он будет через стеночку. Ну да, ну куда ты меня промазала? Ну, бывает всегда такое, не туда. На. Так, что за собака, баскетбол, музыка? Собака. У вас есть собака, да? Ну ты же его изучала. Взял? Ну, вот. Я поняла. На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Мне кажется, он не хочет, чтобы мы к нему подлизывались. Сумо. Да нет, видишь? Сумо зовут. Ну, всем вверх пошла всем репутация. Всем нравится, когда к ним подлизываются. Да не, не. Да, дальше, баскетбол. За детройтские машины болеете? Я думаю, на этом стоит закончить. Картер и потом, вчера типа, забросил нажать. 53% мячей за трехочковые линии. Ну да. Смотрели матч? Ты меня понял. Так, о чем вот подрубил? И вот и я вчера в баре и смотрел. Я про то, что тут, о. Не знаю. Нет, он даже мне не отвечает. Козел. А тебе тоже? Будто не писал. А я ему не писал. Вы давно знаете капитана Фаулера? Все, переходим к делу. Да. В смысле? Слишком. Ну, ничего, там просто... Мы уже не спрашиваем про собак и баскетбол. Хотел спросить. Вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Обидно. Обидно, да. Если у вас есть материалы по девиантам, я а чё он такой грубый, алё? Реально. Терминал у тебя на столе. Это мужчина с яйцами. Наслаждайся. Жёсткий такой, типа, типчик. А вот а, ты без яиц, кстати. Ты тоже. Не понял, многие да. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. Ха-ха-ха-ха. Ну а что, всё, я выбрал вариант стерпеть. И все смеются. А что ты еще можешь делать? Есть одна. Башню ты мне не сломаешь. Слушай, ну я же не буду тебе что-то ломать во время стрима, правильно? А! Ты чё, блин? Хуёво. Да опять я на тебя отвлеклась, блин. Вы слушаете «Рыцари Чёрной Смерти»? Так. Это хорошая музыка. В ней много энергии. Смотри, а ты то сейчас... Ты слушаешь heavy metal? Ну, друга потеряешь. Не то, чтобы я вообще слушаю музыку. Из-за тебя. Но хотел бы. А я вообще молчу. О! Все, симпатия. Сейчас еще и парня себе найду. Вот тебе сразу анкеты. Что это значит? Что? Где? Вот этот значок. А. Так не важно. Макс запустил. Да, сейчас. Тогда. Ну, да. Пусть теперь ждет тоже. Да сейчас листаем. Мы главу доиграем тут чуть-чуть. Нажми. А чё он ничего не ответил? 243 досье. ЧСВ. Первые 9 месяцев ему назад. Ему я написала. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Я написал. Тебе тоже не вчера ответил? Модель AX400 напала на человека. Хесу, запускаю себя. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Да. Вообще не знаю, как ты держишь, я ещё не уснул. Я не хочу спать. Ты под чем-то? Что? Не, я реально не хочу спать пока что. Прям. Сейчас поеду в Москву-Сити смотреть квартиры. Отражались на работе, вряд ли, конечно, перееду, но посмотреть. Ты ни хера хочется, не что там о есть. Моих проблемах. Так что займись лучше своей проблемой. Захлопни пасть. Так, тихо, ты с ним поосторожнее. Что такое? Может, это новая форма красного. Решительно. Сама решу. Меня назначили ладно. Выполнять расследование. Короче, нужно... Просто ты сказал не подлизываться ждать, всегда. У вас возникнет я желание... Ой, зря ты ему это сказала. Все, ГГ. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы все ну, вас бывает, в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не нет, ты сама выбрала ответ решительно. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX400. Не мешался, молодец. Ее недавно видели. Одобряю. Хорошо. Хесус подрубил, пишут. Сейчас прямо от тебя и подрублю. Мне-то можно, я-то не в расписании, я могу подрубить в любой момент. Реально. Да ты, конечно, устроишь подлость.
Слушайте, а Shadow Cake подождет еще минут 15? Зачем? Что ты хочешь? Интеграция. Да не, я потом сделаю, я не хочу. Не-не, надо интеграцию. Нет, я не Ребят, хочу а делать. Как называется твой сайт этот? Гагадроп. Нет. Ребят, заходим на Гагадроп, короче, да? Там есть промокод какой-нибудь? Гаечка, да. Да я не хочу промокод делать. Гаечка, сколько там? 35%? Сколько? Какой бонус? 35%. К пополнению, да? Да, к депозиту. Ну вот. Ну вот, ну вы можете зайти и ставки еще на Bet's CSGO сделать. Ну Но да, полноценная кстати. Интеграция будет завтра. Надо было раньше об этом подумать. Но я не хочу. Тут все твои кенты. Ну и чё? И чё дальше-то? Не хочу. Ты офигела, что ли? Вон тебе пишут гоу, гоу, гоу. Нет. Да 15 минут всего лишь. Нет, не надо. Да чё нет-то? Что Максим на меня ещё обидится. Ну, в смысле обидится, подождёт. Мы ему даем, блин, не маленькую аудиторию вообще-то. Не надо. Пофиг. Давайте вы завтра все ко мне придете. Не, давай сейчас. Не, давайте вы завтра все ко мне придете. Я буду, наверное, в час стримить. Вот, нет, вы ко мне не придете. Поэтому у тебя последний шанс. Почему? Почему вы пишете нет? Давай интеграцию. Где она? Кто? Ссылка на интеграцию. Ну я не хочу. Да давай, 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 давай. Ну, давай, давай, чуть-чуть, минут 10. Ладно, 10 минут. Передайте Максу, что 10 минут, и мы это самое. Ладно. Пусть потерпит. Я хочу ножик выбить. Да, я тоже. Так, все. Сейчас я ему напишу. Ну, блин. Там денег столько нет. Ну, вообще, а я не знаю, мне вообще... А мне сделали... Чё? Все, короче, Макс не потерпит, не будет ждать. Мне просто сказали, что админ должен проснуться, а админ не проснулся. Поэтому, ну, ладно, вот так, оставимся. Просто переходите... Лоис! Да, просто приходите по ссылке и... Да, и вводите мой промокод, вот здесь вот есть, короче, штучка. Ой, не то. Вот штучка, вот сюда вот вводите гаечка, и вам дадут бесплатно покрутить эту штучку. Вы же любите крутить всякие штучки. Да, я бы тоже сейчас покрутила, но, к сожалению, не могу покрутить. Raid Shadow Cake. Ой, вот так вроде. Точно? Не Фига знаю. Ты резко. Ноль зрителей готовы начать рейд. Вау! А почему так? Балдюш. А все? Короче, все, всем... Спасибо за стрим. Я не знаю, почему у меня рейд не работает. Сейчас Макс обрадуется, блядь, к нему ноль человек придет. Сейчас я попробую перейти. Да не-не-не, это так и должно быть. У меня вчера так же было, когда я силажку кидал. Да? Да, пишет ноль, а на самом деле там, ну, нормально. Это, короче, багуля новая на Твиче. Багуля. Фига у тебя сегодня фолловеров пришло. Да, мне еще надо открутить. Мне, кстати, накрутили подписчиков, прикиньте. Вообще. 10 тысяч накрутили. Офигели. Так, сейчас у меня где-то 190, наверное. Ладно, всем спасибо. Спасибо всем. Еще увидимся. А мы еще поиграем? А? Мы еще поиграем вместе. В Детройт? Ну да. Конечно. Естественно. А что, ты без меня все равно не справишься? Ты что, офигел? Справа, ты как... Ладно, не буду ничего говорить. Ага. Ага. Все, пока всем. Да, все, всем пока. До завтра, наверное. Сейчас надо. Мне просто вот здесь. Вот эта штучка. Все. А, ну все. Все. Теперь они нас не видят. Ух. Все, всем. Так. Всем. ББ. Всем ББ. Да.